говорить, на самом деле, послушать президента у тебя. Мы сейчас начинаем наше пятое мероприятие серии «Институтных бесед» тема будущего. И очень довольно знаменательно, что оно проходит в то время, когда наш президент параллельно говорит с народом. Потому что в его выступлении, вот мы частично послушали, он касается очень многих вопросов, именно тех, которые близки нашей сегодняшней встрече. Потому что там они касаются жизни народа нашей страны. И сегодня мы каждый раз подчеркиваем, что формат нашего мероприятия специально подобран именно так, чтобы в нем не было места ни политическим страстям, ни национальным религиозным раздорам. Нас и так очень много хотят поссорить. И мы, наоборот, делаем противовес, пытаемся сделать это. Но есть вот то, что не подвластно никаким внешним воздействиям. Это духовное единение людей, которых объединяет система ценностей и тот культурный код родившихся в СССР. Ну, где вот мы все здесь именно такие есть. Поэтому я сейчас передаю для приветственного слова слово президенту фонда «100 лет СССР» Андрею Евгеньевичу Кудинкову. Андрей Евгеньевич, пожалуйста. Программа у нас немножко изменилась. Ольга Мироновна потом одновременно с твоим приветствием начнем работать по программе. А мне остается такое небольшое приветствие. А подписание, понимаю, перенести на 3 часа. Да, подписание мы должны перенести на... Перемещаем, чтобы программу поменяли. Мне очень приятно видеть наших соратников и людей, которые активно занимаются, особенно молодежью. Да? Я тут случайно узнал, что слова гибригады молодежь тоже помнит, знает. И это было так, довольно таким удивлением. Да? Тем более... Волей-неволей нам приходится заниматься экономикой, да, и это составляющая довольно, как ни странно, таким серьезным сегментом идет в нашем проекте, да. И вот мы тут в Голосово довольно активно спорили насчет того, что они прописывают в плане реализации стратегии выхода страны антивнешней программы, подписали план работы приняли, да, и там есть наука, вузов, наука в учреждениях, в институтах. В то же время система, которая связана с тем, что они роботов закладывают в школе, ну, пока там есть ИГ, никаких дальше научных сегментов, ни в вузовской среде, ни академической не предвидится. Да? Это составляющая довольно сильно вредит сейчас нашему развитию государства, и опыт, который имеет Советский Союз в этом отношении, является, я считаю, таким уникальным. К сожалению, сориентировать новые власти и как-то сегментные их на вопросы эти, чтобы они целостно воспринимали действительность, обратить внимание, это важная задача. Поэтому приятно, что уже второй наш круглый стол посвящен работе с молодежью. Вот. Я сам как бы профессор преподаю, у меня есть там студенты тоже молодежь. И, как ни странно, вот сейчас я приехал как раз с форума экспорта и импорта, и очень много людей сейчас перекладывает обязанности, вовлекая молодежь. Наши молодежи составляют 90% наших аппаратов по многим организациям, которые мы ведем, и это тоже приятно. И если нам удастся активную часть молодежи все-таки сориентировать на наш с вами проект, будет здорово. Спасибо за внимание. Тогда я жду подписания и передаю слово тогда дальше ведущему. Благодарю. Ну, дорогие друзья, в 2022 году наступает очень интересная масштабная дата, столетие страны, в которой все мы с вами родились. И это очень хороший повод вспомнить все то лучшее, все то светлое, что было сделано во времена СССР, с тем, чтобы перенести его нынешнему поколению, показать его, донести его и сделать основой
будущего, того образа будущего, который сегодня ждет весь мир и с которым Россия должна выйти к небу. Но в 22-м году будет еще одно знаменательное событие. Это столетие ровесника СССР, выдающегося мыслителя, как он говорил, гвардии-капитана авиации Александра Александровича Зиновьева. Я хотел бы привести одно из его высказываний. Я считаю советский период вершиной российской истории. Не будучи апологетом коммунизма, я считаю этот период поистине удивительным. Пройдут века, и потомки будут с изумлением, с восхищением изучать это время, поражаться, как за удивительно короткий срок в стране, жившей в кошмарно трудных условиях, было сделано так много. Да, было и много плохого, были преступления, ошибки, разочарования, но все равно это была величайшая эпоха в истории России и один из важнейших феноменов в истории человечества. Вот сегодня в российском обществе сформировалась насущная потребность переосмысления самого феномена СССР, единственного в мировой истории государства, в основу создания которого лежала идея построения нового справедливого общества. И требуется не только переосмысление, но и защита, что в свое время и делал Александр Александрович. А теперь эту миссию продолжает сопредседатель Зиновьевского клуба «МИА России сегодня» Ольга Миронна Зиновьева. Ольга Миронна, вам слово. Дорогие друзья, дорогие соратники, не надо искать других слов, обращаясь к вам, потому что только осознание нашей гигантской ответственности перед нашей страной, перед величайшим прошлым нашей страны и перед желанием ни за что его не потерять, сделать все возможное, все зависящее от нас, чтобы все то, что было создано нашими дедами, отцами, мужьями, братьями, сестрами и так далее, чтобы не пропало в туне, чтобы это не оказалось ненужным грузом нового строя, нового человечества, которому сильно мешает и Советский Союз, и советская история, и советские люди, и все эти наши достижения, счастливая страна счастливых детей, счастливых матерей, страна с огромным количеством, это были подвиги. Подвиги, какой бы стези, какой бы темы мы ни казались, наука, промышленность, образование и так далее, всегда были прорывные, абсолютно подвижнические участники и те, кто возглавляли все эти движения. При всем при том, находясь вот сегодня в параллели с выступлением нашего президента, я считаю, что день, выбранный сегодня для нашего заседания, более чем какой бы то ни был другой, подходит для сегодняшнего события. Поскольку мы себя считаем и приверженцами, и являемся поддержкой той линии, которую ведет наш президент, отвечающий за безопасность, за процветание, отвечающий за все то, что делается в нашей стране. Но мы отдаем себе отчет в том, что не все, что делается, отвечает чаяниям народа, ожиданиям народа, населения и соответствует самым лучшим установкам. И прежде чем, мы еще будем много говорить на эту тему, я зачитаю мое маленькое еще выступление. Благодарю Максиму Юрьевичу за теплые слова. Я еще, к счастью, являюсь не только сопредседателем Зиновьевского клуба, здесь со мной сидят мои коллеги, которые являются членами Зиновьевского клуба. Я возглавляю Международный научно-образовательный центр имени моего мужа в МГУ имени Ломоносова, в Китае тоже. И позвольте, я займу ваше время, совсем не могу. Собираясь зачитать здесь доклад, у меня была запланирована именно та цитата, которую очень здорово, очень вовремя, по-товарищески взял Максим Юрьевич. Правильно сделали, правильно поступили. Но я начну свое выступление со слов, которые Сан Саныч произнес дважды.
Я буду защищать тебя, родившая меня эпоха. Слова, как вы понимаете, не рассчитаны на красивый эффект, а это кредо его жизни, кредо нашей жизни. Тех 21 года, которые мы провели в изгнании, нас выставили из Советского Союза самым жестким образом, не с кем из диссидентов, а мы не были диссидентами, повторяю, объясняю еще в тысячный раз, Зиновьев не был диссидентом. Перед ним не стояла цель разрушить Советский Союз. Поэтому все благие, в кавычках, намерения присоединить его к этой категории лиц направлены исключительно на то, чтобы дезинформировать вас, дезинформировать мою страну и моих соратников. Александра Александровича разжаловали в рядовые, еще раз повторяю, гвардии капитана авиации, штурмовой авиации. Его лишили всех академических и научных званий. Его лишили всего, что составляло цель, смысл, содержание нашей жизни. И, собственно, вот та процедура, через которую нас протащили, кроме как волками этой государственной машины, это назвать нельзя, это вообще-то называется гражданской казнью. То есть Зиновьева лишили всех тех особенностей, чем он был в свое время, когда возглавлял кафедру войны в Московском государственном университете, когда получал награды за участие в войне, за активное участие в войне, когда его назвали совершенно заслуженно выдающимся логиком и выбрали Финскую академию наук, и так далее, и так далее. Так вот, эти слова носят гигантское содержательное значение, это смысл его жизни. Мы вернулись сюда, на родину. Я не могу сказать, что мы вернулись обратно, потому что нас выставили из Советского Союза, а вернулись мы уже в другую страну. Для нас была двойная потеря. Я говорю об этом громко и не стесняюсь этого. И вот сегодня встает вопрос, какая нам нужна Россия? Тема духовных ценностей, преобразования мира и объективного анализа происходящего – вот далеко не полный набор сердечной боли и своих стыдов. Для тех, кто осознает себя гражданином своего Отечества. Гражданская позиция отличается от позиции временщиков и конъюнктурщиков тем, что она работает всегда. Она не нуждается в каких-то специальных датах и не носит аврального характера. Она пульсирует в мыслях и поступках. Она проявляется в результатах ратного, созидательного, научного и творческого труда. При этом отсутствует, естественно, как понятие возрастного, так и гендерного отличия в этой позиции, ибо гражданин всегда остается таковым, независимо от возраста, пола и профессии. Чувство боли и обостренной гражданской озабоченности проявляется нами во всем, начиная от обнажения правды о нашей российской истории, нашей советской истории, и кончая бесстрастным объективным взглядом на происходящее в нашей стране сегодня. На нашей памяти осталось, на нашей памяти тех, кто 50+, я думаю, что здесь большинство присутствующих 50+. Осталась эпохальная кампания 20-го столетия, связанная с построением светлого будущего в одной отдельно взятой стране. К 80-му году, как известно, должна была быть создана материальная база для того грандиозного проекта. Реализация этой мечты проходила во многом по сценарию, прошу меня понять и простить, известного анекдота о повестке дня в Колхозе, где первым вопросом обсуждалось построение нового коровника, а вторым – построение коммунизма. Председатель собрания, будучи человеком ловким, следующим, находчивым и без иллюзий, сообщил собравшимся, что за неимением трудов придется перейти ко второму вопросу повестки дня – построению коммунизма. Тяжелый шутка, но... Сегодня особенно хорошо видно, как подтвердились фактически все выводы, все оценки и прогнозы Александра Александровича Зиновьева, касающиеся мирового развития. А созданный им логический и методологический инструментарий позволяет адекватно анализировать, описывать и объяснять развертывающиеся социальные, экономические и политические процессы. Достаточно заметить, что причины глобального кризиса, его механизмы с очень высокой точностью описаны Зиновьевым за 10 с лишним лет до этого в его работах, посвященных формированию на Западе качественно новой социальной системы, которую он охарактеризовал как сверхобщество.
Он проявил незаурядную глубину и проницательность. Когда в самый расцвет Горбачевской перестройки, как он аплодировал весну, он предсказал неизбежность ее краха. Причем в очень жесткой форме предсказал. Он показал также чужеродность и бесплодность реформ времен правления незабываемого Бориса Николаевича Ельцина. При этом активно поддержал курс нашего нынешнего президента Путина на восстановление и укрепление российской государственности и выработку стратегии развития страны, отвечающей ее историческим и современным особенностям. Должна заметить, что для изучения и осмысления творческого наследия ярчайшего русского мыслителя Александра Александровича Зиновьева делается все-таки немного, временами вопреки, и вы понимаете почему. Пересдаются его книги, пересдаются его труды. При поддержке и участии учреждений Российской Академии Наук, МГУ и Международного информационного агентства России сегодня состоялись 11 международных научных конференций «Зиновьевские чтения». Это событие, происходящее раз в год, куда приезжают представители думающих западных наших соратников и помощников. Созданное, да, как я уже говорила, идет. А сейчас самое главное, главная задача, которая стоит на повестке дня перед нашим клубом, перед нашими центрами, перед биографическим институтом Александра Зиновьева, это подготовка, обширная фронтальная подготовка к столетию, к юбилею его на следующий год. А сегодня Россия предпринимает жизненно важный для нее и для всего мира поворот и нацелена на осуществление преобразований, которые призваны вывести ее на рубежи технологического, социально-экономического и политического развития, достигнутой современным миром. Как говорил в свое время Дмитрий Медведев в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, мы изменились, а точнее мы, страна, общество, мы меняемся. Потому что для глубоких и органичных изменений, которые были бы адекватны истории и нынешним реалиям России, обеспечивали бы сохранение управляемости страной, общественно-политической стабильности и реализации программы модернизации предстоит еще сделать очень и очень много. Нельзя не заметить, что по выбранному пути мы пока движемся в значительной мере, я бы сказала, ощупью, поймите меня правильно, что связано с отсутствием достаточно четкого представления о способах достижения намеченных целей, понимания которых, кстати, нет единодушия, что тоже не является секретом. Что не скроешь, немало людей во властных структурах, в экспертном сообществе, пытаются трансформировать концепцию модернизации в еще одну попытку навязать России радикально либеральную модель экономики, социального и политического устройства. Мы все прекрасно понимаем, что имидж нашей современной Родины за рубежом, за исключением очень короткого исторического периода, неуклонно ухудшается. Последние 10 с лишним лет этот процесс идет особенно интенсивно. Современную Россию воспринимают и настаивают на этом, и диктуют это, индоктринируют это, воспринимают как страну-агрессор, вступившую в фазу тотального упадка, экономической, социальной, интеллектуальной, духовной деградации. И что самое страшное, о чем мы должны говорить, и должны помнить, должны бороться, что самое печальное, вот эта установка воспринимается в качестве таковой в некоторой части нашего собственного народа. В этом убеждают данные многочисленных социологических опросов, а также цифры уехавших за рубеж или желающих это сделать. Объективные основания для такого имиджа, к сожалению, имеются. Мы держатели целого ряда так называемых антирекордов. Катастрофические проблемы с демографией, куда входит и крайне низкая средняя продолжительность жизни российских мужчин, самые высокие, недопустимые для цивилизованного государства показатели коррупции, и разрывы в уровне доходов населения, повальное пьянство, метон, растущая наркомания и высочайная преступность. Это то, с чем мы должны бороться, это то, что мы должны преодолевать, помня о том, что за нами стоит наша страна, Союз Советских Социалистических Республик. За рубежом подчеркнуто сдержанно относится к политическому классу России, как политической, так и к чиновничьей элите и крупному бизнесу. Их шокирует образ жизни российских новорешей. Их настораживает то, что крупный капитал России рассматривает нашу
они ее воспринимают как собственную страну, всего лишь как аренду для бизнеса, ибо переводят основную часть прибыли из-за рубежа, где приобретают недвижимость, держат семью и дают образование детям. А реальная элита сегодня в России, то, что мы должны положительно, позитивно для себя отметить и на что ориентироваться, из которой за рубежом будут разговаривать всерьез, с которой будут сотрудничать в своих интересах и в интересах российской модернизации, это в первую очередь поколение 21, это молодежь. Это деятели науки и культуры и некоторые представители бизнеса, происхождение капитала, в которых прозрачно, понятно и юридически безупречно. Это врачи, инженеры, учителя, снискавшие авторитет в нашей стране своей деятельностью на благо нашей Родины. Мы понимаем, что без высвобождения гигантской социальной энергии и создания социального двигателя дальнейшая модернизация России может оказаться очередной маниловской мечтой. Мы не можем это себе позволить, мы не можем это допустить. Мы не будем наступать на грабли дважды. Сегодня стержневой идеей консолидации западной русской интеллигенции должно стать спасение мира от нового варварства. Благодаря интеграции науки и духовности, благодаря решению проблем социальной справедливости в современном российском обществе, а также повышение индекса человеческого счастья, который с каждым годом становится одним из определяющих индикаторов уровня развития государств в современном мире. Поэтому сегодняшнее наше заседание в Общественной палате Российской Федерации очень своевременная идея напомнить о тех величайших достижениях советского народа в стране под названием СССР, дать импульс к осознанию величайшего пути, проделанного нашим народом, победного пути как в 1945 году, так и в космическом 1961. Надо помнить, что наша Родина, наша страна, это страна Иванов, помнящих свое родство. Спасибо. Спасибо, Ольга Муровна. Действительно, вот пандемия прошлогодняя показала, как-то перевернула все с ног на ноги, или наоборот, вернула все обратно. Мы вдруг поняли, что героями на настоящее наше время являются не спортсмены или звезды шоу-бизнеса, ничего плохого не сказать, а врачи, учителя. Как бы ценности возвращаются, и сама природа помогает там, в этом. И, конечно, прежде всего, это молодежь. Поэтому мы в нашем проекте мы рассматриваем Советский Союз именно как продолжение русской цивилизации и как возможный прообраз альтернативного пути развития общественного устройства. И я хотел бы сейчас попросить директора института ЕРЗС ЕС Владимира Анатольевича Лепихина остановиться как раз вот на этом цивилизационном аспекте, что СССР – важный этап в развитии российской цивилизации. Спасибо, Максим. Поэтому я вот тоже в таком ключе попробую высказаться. Вообще вот я когда посмотрел пресс-релиз, там первый вопрос, который звучал, который был отвечен, он звучал так, что такое СССР. Да? Действительно, вопрос не праздный. Вроде бы каждый день звучат оценки советского времени. Да? Тем не менее, естественно, в политическом поле и наше правящее сословие сегодня сверяет все свои дела, в первую очередь, даже не с какими-то развитыми западными странами, а как советское время с 1913 годом, а вот с советским временем, да, что вот, советское время то было плохо, это было плохо, и так далее, и так далее. Сейчас лучше. В любом случае, я, поскольку вот здесь было сказано о Зиновьеве, с моей точки зрения, это тот мыслитель, русский, советский, российский мыслитель, который как раз лучше, чем кто-либо изучил Советский Союз. Как это не парадоксально звучит, но если пройтись по всему гуманитарному полю, по полю как наших гуманитарных наук, то везде проблемы. То есть ничего личного, да, но мне кажется, что, например, в исторической науке сегодня
учитывая такое давление на историков, связанное с оценкой советского периода. Понятно, существует или доминируют две точки зрения. Да? Одна точка зрения связана с тем, что Советский Союз оценивается как исторический период негативно, другая точка зрения, естественно, прямо противоположная, что Советский Союз — это лучшее, что было, и нужно к этому вернуться. Еще хуже дело обстоят в политических науках и в социологических, да, поскольку на многие темы вообще наложено табу. Вот, для того, чтобы действительно осмыслить, объективно оценить это время, и нужно задавать потоки, да, это как бы цитата, которая была здесь, прозвучала, чтобы потоки оценить. Потоки оценят, нужно сегодня с этим разобраться. Так вот, о Зиновьеве. В принципе, человек, который в философии был поначалу логиком, да, но человек, который был неравнодушен к судьбе своей страны, который все время был социализирован в максимальной степени, естественно, он не мог, как большинство логиков того времени, двигаться в сторону диалектической логики, да, такой схоластики постмарксистской, как многие известные, там, Ленг и так далее, так далее. Зиновьев, так, видимо, интуитивно, с одной стороны, с другой стороны, к душевному порыву двинулся в сторону исторического материализма, до которого постепенно перешел в социологию. Собственно, с этого момента началась, ну, и логика, многозначная логика. Что такое многозначная логика, я думаю, те, кто этим занимается, меня поймут. В то время, когда господствовала формальная логика, да, с логическими выводами «да» и «нет», то есть вот такая единственная борьба противоположности, да, принятая в диалектическом материализме. Многозначная логика предполагает еще возможность других ответов. Соответственно, было наложено идеологическое табу на многозначную логику и на варианты всевозможных третьих, четвертых альтернатив. Ну, это так, небольшое замечание. Вот. Поэтому Зиновьев, естественно, вышел за рамки марксизма, да, более широко посмотрел, не отвергая марксизм. Вот. И, естественно, его научная деятельность стала очень болезненно восприниматься в руководстве Советского Союза, где уже началась какая-то грамматика жесткая, да, квазимарксистская. И вот это его увлечение социологией вылилось в изобретение такого формата, как социологический роман. И первая работа, которая была написана серьезно, «Зияющие высоты», в котором, собственно, ну, помимо билетристики, мы видим как раз жесточайший анализ советского общества. Вот я хочу, ну, чтобы не затягивать, буквально вот три момента таких отметить, которые как социолог именно, как логик, философ, мыслитель, социолог, писатель Зиновьев сделал несколько открытий. И до сих пор это как бы не основано в своем исследовании советского общества. Первое очень серьезное открытие. Не случайно Зиновьев как бы говорил о том, что, ну, зачем думать о коммунизме, который какой-то когда-то будет, непонятно какой. Коммунизм уже наступил. Весь реальный коммунизм в Советском Союзе, что он имел в виду? Не сходилось понимание коммунальности. То есть скрытие сущности коммунальности. Да, вот коммунальность элиты советской, она была описана в «Зияющих высотах», а мы знаем, есть такой роман, как социологический роман «Гомосоветикус», где изучена коммунальность. Ну, не в противовес, может быть, это некое такое понятие антитеза, понятие категории коллективизма. То есть у нас такое мнение бытует, что в советское время был коллективизм, да, разные точки зрения по этому поводу существуют, но Зиновьев такое понятие, как коммунальность. Скажу, что в принципе таких исследований нет в России в современной, да, в Советском Союзе тем более не было. Этого нет и в культурологии. Единственное, в кинематографе, например, единственный фильм, который как-то эту область коммунальности показывает, это то, что сделал Герман в фильме «Хрусталев машину», да? Ну, естественно, со своих, это все в такой сатирической, негативной форме, он это все показал как такой московский еврейский мальчик, да, который, естественно, все не воспринимал. Ну, отчасти эта коммунальность выражена в фильме еще и «Мой друг Иван Лапшин». Поэтому все это единственный как бы кинематограф. В литературе, ну, пожалуй, единственный, кто попытался как-то это показать, это Трифонов в романе «Дом на набережной». Да? Но в любом случае, в научном смысле, ни в социологии, ни в философии, нигде это явление не изучено. Второй очень важный момент. Зиновьев первый говорил, и громко по этому поводу, везде, где такая возможность предоставлялась, он говорил о том, что
Советский Союз был разрушен в первую очередь под давлением внешних сил. Понятно, что у нас сегодня культивируется такая точка зрения, что Советский Союз рухнул, потому что элита была неэффективной, экономика была неэффективной и так далее, и так далее. Ну да, конечно, были проблемы. Естественно, после Сталина не сложилась политическая система, он не выстроил систему преемственности, да, коллективную, то есть после него такие моральные уродцы там пришли и прочее, прочее. Это отрицательная селекция кадров производилась, это ясно. Ну, примерно такие же процессы в Китае наблюдались. Вот такого вот внешнего давления, вот сейчас только мы начинаем понимать, да, и вскрываться начинают страницы истории, когда мы видим, как работали западные спецслужбы, как они были интегрированы внутри нашего руководства Советского Союза, начиная вот после смерти Сталина. Только сейчас мы начинаем понимать роль диссидентуры, роль идеологии потребительства, да, как она вошла и каким образом формировалась пятая колонна, каким образом формировались группы интересов новые, связанные в Советском Союзе, связанные с внешней экономической деятельностью и так далее, и так далее. Кто на самом деле был главным бенефициаром перестройки, как, кто ее начал, вот. И как в этом участвовали, естественно, западные всякие структуры. Поэтому это второе такое очень важное мифологическое открытие. И третье, что было сказано уже, я не буду на эту тему распространяться, что коммунизм, ну вот это самое коммунальное как бы общество, да, оно было вершиной в развитии российской и русской цивилизации. Действительно, ну, по крайней мере, нам не придется увидеть более высокого уровня развития цивилизации, да, нам с вами. Вот. Но вот тот исторический период, который мы охватываем нашей памятью, ну, конечно, это, безусловно, была вершина по многим позициям, как бы значение Советского Союза не принижали. Вот. Ну и в связи с этим, естественно, вот, если мы говорим о цивилизационной рамке, почему это важно? Зиновьев, к сожалению, не застал вот, тот период в гуманитарных науках, когда вот начал утверждаться этот самый дискурс цивилизационный, да, потому что он к этому вплотную подошел, более того, даже опередил многие вещи, которые вот сегодня воспринимаются на ура, а именно его теория сверхобщества, сверхвласти, то есть, собственно, он подготовил мифологическую почву для критики глобализма, так называемого, да. Но уже на нашем веку, вот последние 20 лет, мы увидели, что глобализм, которым заразилась вся наша гуманитарная наука, и достаточно посмотреть контент-анализ, например, да, у любых исследований, социологических, исторических, там, философских, экономических и так далее, везде, начиная там, с конца 80-х годов, на первом месте стоит глобалистика. Ну и понятие цивилизации, как мировой цивилизации, да. Постепенно мы пришли к выводу, ну, многие представители гуманитарных наук самых разных, и даже политики уже об этом говорят, на этот дискурс переходят, что все-таки альтернативой глобальному миру является мир многополярный, а субъектами многополярного мира являются так называемые локальные, ну или в русском языке правильно говорится, глобальные там, трансрегиональные цивилизации. И вокруг этого сейчас, вокруг этой парадигмы начинают наворачиваться новые знания. И более того, и национальная идеология в России формируется вокруг значит, термина цивилизации и всевозможных образованных от этого термина, от этих категорий понятий, да, начиная там, с цивилизационной безопасности, цивилизационного развития, цивилизационные модели экономики, цивилизационные модели образования и так далее, и так далее. Вот. В этом смысле, вот просто заканчивая как бы, свое выступление и обращаю внимание, что это чрезвычайно вот, не только важно с точки зрения науки вопрос, да, на базе которого формируется, повторю, подчеркну, не государственная идеология, а национальная идеология. Потому что мы прекрасно понимаем, что государственная идеология в России есть. Это идеология государственных институтов, в которой приватизированы группами интересов, кланами и олигархами, да, которые не афишируют, тем не менее, свою собственную идеологию, которую они выдают за государственную идеологию патриотизма, да, реализуют. И там 5-6 ключевых направлений, начиная с идеи наживы, заработка любым путем продажи чего угодно. Да. Второе – это охранительство, сохранение себя во власти. Третье – это полная лояльность всей системы административной к самим себе. И так далее, и так далее. Вот эта идеология существует в государстве, да? А национальная идеология, то есть идеология страны и народного большинства, вот она только формируется. Цивилизационный парадигма, вообще цивилизационный фактор как метод, это ключевая вещь, которая сегодня начинает обозначаться в этом пространстве. Ну и второй дискурс, сейчас не буду все это рассказывать, второй дискурс это ценностный подход, потому что это две вещи взаимосвязаны. Ценности вот этой самой российской цивилизации, исторические ценности, плюс ряд ценностей паттернов, которые сформировали советские люди, вот на этой базе формируется это все.
Так вот, этот вопрос одновременно, естественно, геологический, очень серьезно, да? И почему так важно, во-первых, изгойское наследие, во-вторых, ну, то, что делает этот комитет, поднимает эту тему столетия СССР, переосмысление вообще советского периода. Дело в том, что два таких мощнейших идеологических дискурса присутствуют вот, в наших гуманитарных науках, в нашей политике, которые пропихиваются по всем направлениям. Первый дискурс заключается в том, что не существует никакой российской особой цивилизации, да, а существует глобальная цивилизация. Вот это генеральное направление, никаких других вариантов быть не может, поэтому все встраивайтесь в этот поток, кто не успел, тот опоздал и так далее, и так далее. Все технологии адаптации вот к этому варианту глобализации 1.0, 2.0, сейчас мы видим 2.0, неважно. И вот эти все инструменты, связанные с пандемией, чего угодно, это, собственно, закатывание всех суверенных или там полуколониальных государств в это вот, в общий рост. Вторая идеологическая установка заключается в том, что Россия часть европейской, западноевропейской цивилизации. Это наши либералы давно говорят, и все прям так убеждены, что ну, поскольку это же единый христианский мир, ну извините, мы сейчас фиксируем ценности прямо противоположные, так, то есть исторически, да, вроде бы это единое, более цивилизационное, если говорить о мировоззрении, да, христианской религии. Но постепенно разошлись так, что сейчас это уже прямые предположенности. Так вот, с точки зрения этого тезиса, что Россия – это уникальная самобытная цивилизация, это цивилизационность нужно укреплять, это больше, чем государство российское, это там, где живут все русские, не в смысле этническом, а все люди, которые говорят на русском языке, ощущают себя частью этой цивилизации и так далее. Вот эта субъектность, которую нужно укреплять. И это, соответственно, советский период был способом и формой существования этой цивилизации. И поэтому революционные процессы, которые в начале 20 века начались, это же не просто кто-то опять придумал, там, я не знаю, какие-то спецслужбы британские придумали, или Ленин, там, немецкий шпион, и еще прочие вещи, да? Значит, это был ответ всей русской, российской цивилизации на вызов времени, на те угрозы, которые возникли в начале 20 века, на Первую мировую войну, которая была навязана, значит, на экономические вызовы, да? В общем, те проблемы, которые возникли в стране, и другим способом страна не могла вывернуться вот из этой ситуации. Она вывернулась таким образом, что пошла череда революций, начиная с 1905 года. В конечном счете образовался тот тип государства, да, Советский Союз, который был во многом синкретичен, да, и черные, и белые пятна, и в жесточайших условиях. Но это позволил цивилизации выжить вот в такой форме, какая есть. Поэтому это очень важный период истории российской цивилизации, да, нужно его ценить. И в жизни каждого человека бывают черные и белые пятна, но в любом случае мы же не отказываемся от родителей, например, или, там, от близких, да, от каких-то периодов неудачных в нашей истории. Вот. Кто-то попал в черную полосу, кто-то в белую, да, в советский период. Но это часть нашей истории, которой мы должны относиться по меньшей мере объективно. Вот, ценить все то хорошее, что там было. Спасибо. Спасибо, Владимир Анатольевич. Единственное, может быть, я уточню, для нашей страны даже не национально, а наднационально. Да, это будет ближе. Вообще, сегодня действительно весь мир стоит в ожидании новых парадигм развития, и свой взгляд на это западные наши товарищи озвучивают на долгом форуме. Ну, это, наверное, не тот взгляд, который интересен и приемлем для России. И более того, Россия должна предложить миру свой вариант развития сообщества, общества, основанное на духе, новой парадигмы развития, основанное на духе. Ведь всегда было противостояние западное – это град на горе, и российское – это храм на горе. Да? Вот две ипостаси. Сейчас попросить Игоря Сергеевича Шишкина осветить вопрос такой, вот у него хорошее было определение, которое мы с ним, я еще задал вопрос, что он имеет в виду под этим, что это за новый дивный мир, который является Советским Союзом. Спасибо за приглашение на конференцию.
и за то, что вообще подняли эту тему столетия Советского Союза. О Советском Союзе можно говорить, конечно, в самых разных аспектах. Можно с точки зрения ностальгии, я думаю, что у всех она здесь присутствует. Можно изучать опыт Советского Союза и его применимость к современности. Ну, например, как за 20 лет после страшной войны мы превратились во вторую экономическую державу мира, сверхдержаву. Это тоже можно и нужно изучать. Можно и нужно изучать отрицательный опыт, тот самый опыт, о котором здесь говорилось, когда ученых-патриотов, именно патриотов, стирали в порошок и не желали этого слышать. Это тоже было в Советском Союзе, и этот опыт тоже нужно изучать, потому что если бы не было отрицательного опыта, не было бы возможности разрушить Советский Союз. Это все действительно очень важно. Но я считаю, что есть еще один уровень обращения к опыту Советского Союза, который связан с Советским Союзом как альтернативой современному миропорядку. Вот давайте подумаем, а почему Запад так люто ненавидел всегда Советский Союз и, в общем-то, по отношению к Советскому Союзу действовал тот самый принцип «Карфаген должен быть разрушен». Можно сразу вывести за скобки общезападное неприятие России, противостояние, это было, есть и будет, это неизбежно. Но вот именно если берем ту форму, вот, как сейчас только что Владимир Анатольевич говорил, что Советский Союз – это часть российской истории, это форма существования России того времени. Так вот, собственно, к Советскому Союзу, чем обуславливалась эта лютая ненависть и стремление разрушить? Репрессии. Да господи, когда Запад сильно переживал по поводу пролитой крови, да тем более кровь-то русская проливалась, им это только в радость. Гонение на церковь, извините, насчет христианских ценностей западной цивилизации очень большие сомнения. А тем более, что гонения были на православную церковь, которую испокон века они стремились уничтожить. Вот бы они схватились за голову из-за того, что уничтожают православие. Обобществление производства, да, это, конечно, для них неприятно, это неприемлемо, но давайте вспомним, что государственный капитализм ведь существовал, и как-то они с этим мирились, и это не повод объявлять вендетту на уничтожение. Я считаю, что была еще одна более важная причина. И первая причина, и главная, на мой взгляд, причина, это то, что в Советском Союзе впервые в человеческой истории попытались построить общество, в котором не было деления на элиту и быдло. Вот вся человеческая история – это деление на элиту и быдло. Меньшинство, которое правит, и большинство. Причем независимо от того, как это быдло называется в данный момент. Этому быдлу могут петь дифирамбы. Рассказывать, что этот средний класс называть там, что это опора опор. Неважно, что говорит пропаганда, есть реальность. Меньшинство, которое владеет всем и всем управляет, и большинство, которое подневольно, в той или иной форме. И вот Советский Союз впервые, подчеркиваю, в человеческой истории, попытался построить общество без этого разделения. Да, можно сказать, что и в Советском Союзе были элитарные группировки, все это было. Но, как говорил в свое время, писал Достоевский, о народе нужно судить не по конкретным проявлениям в тот или иной момент, а по тем идеалам, которые этот народ считает для себя главным. Так вот, в Советском Союзе идеалом было именно общество без деления на элиту и быдло. И почему это вот сейчас особенно становится ясно, что было совершенно неприемлемо для западной цивилизации, и почему это актуально именно сегодня для мира в целом. Вот за последний год-полтора мы наглядно убедились, что то, что раньше считалось бреднями конспирологов, всяких там маргиналов, цифровой концлагерь и все остальное, это становится реальностью, мы это видим. Это уже в мейнстримовских изданиях обсуждается. Это уже даже не скрывается. Вот тот самый новый дивный мир, это же термин, который пришел к нам с Запада. И опять-таки его основы еще в 70-е годы, 80-е годы тот же Атали, который является одним из идеологов всего этого движения,
и не какой-нибудь маргинальный деятель, а крупнейший деятель западной цивилизации, тот же нынешний Макрон, его выкормыш, извините за грубое слово, писал об этом новом дивном мире. Дивный мир, в котором все принадлежит и вся власть очень маленькой группы людей, и подконтрольное, абсолютно подконтрольное все остальное человечество. Лишенное, человек, в котором лишен религии, лишен семьи, лишен нации, лишен государства, патриотизма и лишен собственности. Раньше это несколько воспринималось странно, как капитализм придет к лишению собственности. Вот оно, современная идея инклюзивного капитализма. И повторяю, это сейчас уже никто не скрывает. На Давосском форуме это озвучили открытым текстом сильные мира сего. Под эгидой Папы Римского создан совет 27 хранителей, так называемых, для построения уже реального воплощения этого нового дивного мира, в который вошли 27 руководителей, может быть, владельцев, это нам сейчас не дано знать, крупнейших транснациональных корпораций. Это что, шутки? Это игры просто так, от нечего делать? Это то, что реально сейчас создается. И что может быть этому альтернативой, этому новому дивному миру, в котором нам всем с вами уготована судьба вот тех самых свободных атомов, у которых за душой нет ничего, и которыми будут манипулировать? Можно заявить, что а вот давайте вспомним консервативные ценности, консерватизм восстановим, отмотаем историю, и что получим? То, что сейчас происходит, это случайный вывих западной цивилизации? Это происки нескольких негодяев, злоумышленников? Или это закономерный результат как раз развития той самой западной цивилизации? Ну, отмотали мы на 20 лет назад. Например, пришли в той же Франции, там или еще где-то, консервативные силы, запретили все эти там гомосексуальные браки или еще что-то. И что, если система не меняется, через несколько десятилетий все придет опять туда же. Я напомню, что в той же Великобритании, при, по-моему, Маргарет Тэтчер, был закон, который мы недавно аплодировали у нас в России, о запрете пропаганды гомосексуализма. Был такой закон там, и что у них сейчас, мы это хорошо тоже знаем. Поэтому от того, что такой закон у нас сейчас принят, это еще не значит, что мы это все не получим. Есть, конечно, еще один сценарий, как этому противостоять. Это, мол, такой глобализм, а вот давайте противопоставим этому многополярный мир. Можно противопоставить многополярный мир, можно даже на каком-то тактическом этапе добиться этого многополярного мира. Но это только приведет к тому, что вместо, как сейчас, они пытаются одной группировки, маленькой, там 27 будет или 28, элитариев, правящих миром и всего остального быдла, будет 5-7 группировок по 27. А все остальные останутся все тем же. И превращаться будут вот все те же свободные атомы. Поэтому я считаю, что единственной альтернативой тому миропорядку, который сейчас уже реальность, это не теоретические рассуждения, реально внедряется, это не просто обращение к опыту Советского Союза, а к изучению вот этого опыта построения безэлитарного мира. И изучение того, почему это не получилось. Ведь именно как раз те группировки, которые захотели стать элитой, захотели войти в западную элиту и посодействовали уничтожению Советского Союза. Изучение как раз опыта сталинского периода. Именно в этот период шла эта напряженнейшая борьба, которая, к сожалению, закончилась смертью Сталина, я считаю, что неестественной, что потом и привело. И почему, кстати, за весь советский период больше всего они ненавидят? Именно сталинский период. Опять-таки, не из-за того, что там лилась кровь. Вот поэтому я считаю, что опыт Советского Союза – это не про прошлое, и даже не про тактическое сегодня. Это про будущее всего мира. Спасибо. Спасибо, Сергей. Действительно, это и была как раз кость в горле, вот эта возможность одинаковых прав и одинаковых возможностей всех людей, которые... Вот кость в горле,
который вставил Советский Союз всему западному миру, и за это они на него все ополчились. Я хотел бы продолжить тему альтернативности Александра Ивановича Рязанова. Советский период как органическая часть русской истории. Пожалуйста, Александр. Дорогие товарищи, да, именно так было принято обращаться на протяжении 74 лет. Дорогие товарищи, именно так было принято обращаться друг к другу на мероприятиях, на собраниях в течение этих 74 лет, когда был Советский Союз. Если позволите, я подхвачу цивилизационную тональность, которую уже задали выступающие, и попробую охарактеризовать неким образом то, как можно было бы рассмотреть Советский Союз с этой точки зрения. В основе цивилизации лежит культура. В основе культуры лежит, если зрить в корень, как Козьма Тутков нас учил, один базовый принцип, то есть, хотите, одна базовая идея. Так вот, если с этой точки зрения посмотреть, у цивилизации на Земле три. Западная, восточная и русская цивилизация. В основе западной цивилизации лежит принцип или идея силы. То есть есть индивид, он сильный, он противопоставлен обществу, ему нет этому индивиду сильному дела до общества, он сверхменьшинство, и он управляет тем самым большинством, которое он может назвать разными неблаговидными словами. В основе восточной цивилизации лежит, по сути дела, ритуал. То есть общество социализирует личность, практически нивелирует личность, и, по сути дела, как бы даже включая в себя эту всех личности, подавляет личность. То есть общее «да» выше целого. Но есть еще русская цивилизация, цивилизация меры, та, которая, безусловно, утверждает приоритет общего над частным, но частному оставляет его частую здоровую меру. Так вот, именно по такому принципу в лучшие времена, в лучшие эпохи, в лучшие периоды советского нашего большого периода строилась жизнь в нашей стране. О свершениях Советского Союза уже сказали, и можно говорить долго, но, пожалуй, самым главным большим достижением Советского Союза это были межчеловеческие, человечные социальные отношения. То есть, вот эта цивилизационная наша характеристика, которая ориентирована на меру, меру частного в общем, меру человека и общества, человека в коллективе, эти межчеловеческие отношения доминируют в целом и в общем. И это привело к тем свершениям многочисленным, которые и произошли в этот советский период. Да, у нас в течение этих 74 лет были очень разные социально-политические эпохи. 20-е годы – это не то же самое, что поздний Сталин. Хрущевские времена – это совсем не то же самое, что, опять же, сталинские времена и так далее. Но в лучших своих проявлениях мы можем сказать, что Советский Союз – это была социальная система. Именно социальная. Когда между элементами системы, то есть человеками, выстраиваются социальные комплементарные отношения. То, чего не может предложить нам сегодняшняя глобальная, западоглобальная цивилизация, которая, безусловно, зиждется на принципе силы. Сегодня это особо актуально для нас, поскольку концепции глобального возможного развития их, в принципе, две. Одна – это, вот, о которой уже сказали до меня, это когда сверхменьшинство концентрирует в своих руках сверхуправление всем остальным. Это глобализация. Это сверхменьшинство, оно уничтожает все различия, все дифференциации, все границы, напрямую стучится в сознание каждого человека и, уничтожая вот эти вот государства, оно спокойно ведет, ведет человечество именно к глобальному управлению из единого маленького сверхцентра. Второй принцип управления – это когда целое управляет самим собой, то есть целое управляет целым. Единое в многообразии. Многообразие народов, да, интеграция, по сути дела, это то,
а та альтернатива, которая может и должна с подачей России, сильной, мощной, единой, консолидированной России, возобладать на планете. Потому что цивилизация меры, русская цивилизация, сумевшая в течение достаточно небольшого исторического периода, но тем не менее было прекрасно все помнить в советское время, выстроить межчеловечные отношения, которые привели к тому, что человек к человеку относился как друг, товарищ и брат, вот именно такая альтернатива может и должна сегодня спасти планету. То есть интеграция по принципу многообразия народов, государств в их достоинстве народном, но при этом цельность, единство жизни, жизнебытия на планете. Советский Союз дал пример, положительный пример возможности построения таких отношений между элементами системы, создав ту самую социальную систему, когда, по сути дела, аристократами становились все. Если во времена Пушкина, Пушкин в принципе писал там для 300-500 семей, может быть, в стране, ну, потом, может быть, там во времена Толстого или Чехова читали там, может быть, несколько процентов населения то, что писали наши писатели, то Советский Союз предложил ту систему, когда аристократами аристократическое, то есть лучшее образование получали все и каждый. Вот характеристика социальной системы, в основе которой лежит справедливость. Мера – это и есть справедливость, как таковая. Федор Михайлович Достоевский, пожалуй, высказался на этот счет лучше всех. Самая характерная черта нашего народа есть стремление к справедливости и жажда ее. Наш народ, наша цивилизация не может жить без справедливости. По сути дела, жажда – это то, без чего человек жить без воды в принципе не может. Сегодня мы имеем ситуацию, когда справедливость, то есть мера, нарушается всяческими, самыми, что ни на есть, крайними способами. И, пожалуй, и руководство государства, и весь народ, наш народ России сегодня должен, просто другого выхода нет как такового, вернуться к себе домой, вернуться к своим архетипическим ценностям, к своей культуре, как системе ценностей, и в основе которой лежит справедливость. Наше государство, наш русский мир, наша цивилизация должна быть переформатирована и поставлена на здоровые, нормальные рельсы справедливости. Наш фонд «100 лет СССР» призывает к тому, чтобы культура, которая, безусловно, в советское время у нас объединяла все народы, все цивилизации, все конфессии в нашей стране, стало тем основоопределяющим базисом, на основе которого мы сможем построить более счастливый наш дивный русской цивилизации мир, в котором будет царствовать справедливость. Спасибо. Дарья Александрович, сейчас я предлагаю вам более выпукло посмотреть на конкретные достижения Советского Союза, о которых мы сегодня говорим, о которых мы можем и должны пользоваться. И прежде всего, все же начинается с воспитания и образования. И вы знаете, что, по мнению многих, в Советском Союзе была самая лучшая система образования, что признают даже наши товарищи из Туманного Альбиона, хорошо распространенное мнение главы Минобразования, которая так не совершенно, по-моему, в прошлом году сказала, что перевод английских школ на систему советского воспитания завершен. То есть они нам отдали свою систему превращения творца в профессионального потребителя, забрав у себя нашу систему сам всего лучше. Я хотел бы сейчас пригласить к нашему разговору Ингу Валерьевну Блегасову. Ингу Валерьевна, вы с нами? Да, пожалуйста, выведите на экран. Да, она очень хорошо, да. И, пожалуйста, о опыте и развитии российской, опыте именно системы образования. Кстати, да. Что можно взять от этого?
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие подруги. Я представляю на сегодняшней нашей встрече Союз женских сил по поддержке гражданских инициатив и проектов, в которые входят больше 160 женских общественных организаций. Конечно, участницы Союза женских сил хотят для нашей страны процветания и благополучия, потому что благополучие – это основа нашей жизни. Когда благополучна страна? Когда благополучно абсолютное большинство ее граждан, то есть когда именно большинство граждан являются получателями всех тех благ, которые они сами и создают для себя и для своей страны. То есть, когда в сознании людей формируется и закрепляется идея о том, что каждый гражданин страны и есть эта самая страна, это государство. Когда в сознании большинства граждан страны фиксируется идея о том, что государство – это я, высказанная французским королем Людовиком XIV еще в 1655 году в французском парламенте. Но король Солнца искренне считал, что его интересы и интересы государства совпадают. А нам с вами необходимо построить такое государство, интересы которого будут совпадать с интересами каждого из его граждан, а интересы каждого гражданина будут совпадать с интересами самого государства. Тогда, находясь в ментальности всех сограждан, государство – это я, мы сможем сделать благополучными всех граждан страны и, как следствие, сможем построить благополучную Россию. А на чем базируется благополучие и процветание? Многие считают, что на деньгах, особенно сейчас многие считают, что на деньгах. Но ведь на самом деле деньги – это только всеобщий эквивалент и инструмент достижения тех или иных целей. А благополучие строится прежде всего на доступе к ресурсам, на доступе гражданина государства к самым разнообразным ресурсам – культурным, просветительским, финансовым, административным, производственным, человеческим и прочим ресурсам. Для государства самым главным ресурсом является именно человеческий ресурс, потому что именно он является основой экономики. Если не будет человеческого ресурса, не будет людей, то не будет ни экономики, ни самого государства. А для людей одним из самых главных ресурсов является образовательный ресурс, создание образа. Образовательный ресурс как возможность равноправного доступа как ко всеобщему оплачиваемому государством образованию, так и к платному частному. Характер и качество образования всегда отражают потребности конкретного государства в создании того или иного образа гражданина. Если государству нужен образ плохо образованного человека, плохо обученного, умеющего качественно выполнять только очень простые рабочие операции, то такое государство будет создавать упрощенную систему некачественного, недорогого образования, нацеленного на обучение людей только простым навыкам и простым компетенциям. Если же государство в качестве своей стратегии движения вперед рассматривает многостороннее, многопрофильное развитие экономики своей страны, то такому государству необходимы самостоятельно мыслящие, многогранно развитые, прекрасно профессионально подготовленные граждане, способные прежде всего анализировать факты, ситуации, события. Государство ведь это тоже люди, получившие то или иное образование либо в своей стране, либо за ее рубежами. И от того, кем, как и где образованы эти люди, становящиеся на службу государству, зависит благополучие самого государства и всех его граждан. Поэтому многочисленные участницы Союза женских сил считают, что в Российской Федерации должна быть воссоздана сильная система фундаментального государственного сквозного образования от младенческого до зрелого возраста, дополняемая, но не заменяемая частной образовательной системой. Что из себя представляла советская система образования, которая стала наследницей еще дореволюционной царской системы образования? Во-первых, система образования в Советском Союзе была именно государственной, то есть созданной в интересах государства и всех его граждан. А поэтому она оплачивалась именно государством и была безвозмездной для всех учащихся. Во-вторых, среднее образование было абсолютно обязательным для всех граждан страны. Человеку в голову не могло прийти выбирать, получать ему среднее образование или не получать.
так как государству были нужны именно грамотные люди, способные в будущем стать прекрасными специалистами выбираемых ими профессий и государственными деятелями. Именно поэтому в рамках среднего образования ученик сам мог выбрать, учиться ли ему 8 лет и затем идти работать или получать рабочую профессию в системе среднего профессионального образования, или учиться ему 10 лет и дальше идти получать в высшем учебном заведении высшее образование. В-третьих, советское образование в своей структуре имело очень хорошую развитую сеть бесплатных профессионально-технических училищ. И выпускники этих училищ, собственно, и стали основой рабочего класса, на котором базировалось все советское производство и вся советская промышленность. Людей учили быть хорошими профессиональными рабочими. В-четвертых, в стране активно развивалась, опять же, за счет государства, система высших учебных заведений, как узкоспециализированных институтов, так и широко развитых университетах, которые предоставляли возможность получать именно фундаментальные знания. Кого выпускали вузы советские? Они выпускали прежде всего думающих, изобретательных и очень творческих, свободно мыслящих молодых людей, которые получали направление на работу по всей огромной стране, и именно они создали все советские промышленные предприятия, все отрасли науки и все отрасли экономики. Это наши родители. Они сделали эту страну Советским Союзом одной из величайших стран мира. Вот эта система сквозного, бесплатного советского образования была одной из лучших в мире, что признавалось и признается до сих пор многими представителями систем образования других стран. Мы об этом уже сегодня говорили, я не буду повторяться. Хочу сказать только, что современный опыт специалистов, которые получили образование в СССР и по тем или иным причинам эмигрировали из Советского Союза еще в советский период или уже в постсоветский период, она показывает, что это люди, которые способны принимать самостоятельные решения и нестандартные решения в самой сложной ситуации. И это результат советского образования. Что важно подчеркнуть? Советская система образования была сильна потому, что она была основана на триаде, известной всем учителям, всем преподавателям, всем педагогам и воспитателям. Это была триада ЗУМ – знания, умения, навыки. То есть вся образовательная система прежде всего базировалась на предоставлении доступа к знаниям, которыми понимались базовая информация о предмете изучения, основные закономерности, изучаемые области, факты, понятия, образы, суждения, оценки, взаимосвязи, правил, алгоритмы. И, конечно же, на базе этой полученной информации, полученных знаний, формировалась тактика и стратегия принятия решений в изучаемой области. То есть знания всем учащимся давались многоплановые и фундаментальные, рассчитанные на создание всесторонне развитого и мыслящего человека в любой области. Получая знания, учащиеся переходили затем на уровень практик, то есть приобретали умения. И эти умения затем доводились до автоматизма и превращались в конкретные навыки. Вот эта система знания, умения, навыки и была впоследствии перенята у нашей страны, у наших специалистов во всех европейских странах. Она позволяла формировать таланты известных всему миру на сегодняшний момент ученых, инженеров, врачей, учителей, деятелей культуры и искусства, государственных деятелей. Именно потому, что они были основаны на базе вот этой триады и были образованы на базе этой триады знания, умения, навыки. Что произошло дальше? В 1999 году европейские страны по своим причинам, по понятным им причинам, из-за того, что у них возникла проблема с молодежью, они подписали Болонскую декларацию 1999 года, которой Россия присоединилась позже, в 2003 году. И эта Болонская система основана совершенно на другой системе. Она основана не на знаниях, умениях и навыках, а на навыках, умениях и компетенциях. Знания в этой системе вычеркнуты и оставлены за кадром. И Россия подписала эти Болонские декларации. Что мы получили в результате? Мы хотели получить, прежде всего, признание наших российских дипломов в других странах. Получили мы это? Нет. К сожалению, мы этого не добились. Этого не произошло. Но мы свою собственную национальную систему образования
подорвали практически полностью. Что произошло? Ввели ЕГЭ. Введение ЕГЭ привело к формированию простого, безликого тестового подхода к оценке знаний школьников. Анализ ушел полностью из этой системы. Разделение высшего образования на нетипичное для российского образования бакалавриат и магистратуру привело к появлению скептического отношения большинства работодателей к выпускникам бакалавров. Их считают недоучившимися специалистами. Со времен подписания Российской Федерации Болонской декларации уровни всех видов систем и систем образования снизились, а не поднялись. И магистральной задачей системы образования стало усреднение всех учащихся, а не выявление тех из них, кто мог бы получить профессиональную поддержку государства и стать впоследствии гордостью российской науки и промышленности. Российское образование деградировало с момента подписания нашей страной Болонской декларации. Уровень грамотности молодых людей, выпускников школ и вузов в возрасте от 18 до 40 лет стал чудовищно низким. Сильно снизился уровень математических знаний, исторических знаний, знаний в области естественных наук. Современные выпускники школ и вузов не знают элементарных вещей, которые в советской системе образования были нормой знаний. Падение общего образовательного уровня видно и по общим результатам национальных, отечественных и международных олимпиад, школьных и студенческих. Россия упала в рейтинге индекса человеческого развития. Это интегрированный показатель, включающий в себя прежде всего уровень образования наряду с уровнем развития науки и технологий, уровнем заболеваемости, долголетия, ВВП на душу населения и так далее. А между тем в болонских документах справедливо говорится о том, что национальное своеобразие образовательных систем – это общеевропейское богатство. Как же мы допустили, что из российской системы образования уходят у нас на глазах самые значимые ее черты – обучение именно фундаментальным знаниям, на базе которых и должны формироваться умения, а вслед за ними и навыки. Мы, участницы Союза членских сил, считаем, что надо как можно быстрее восстановить нашу когда-то бывшую сильной систему советского сквозного образования, привнеся в нее все то лучшее, прогрессивное, что было создано в других странах и в мире за последние 30 лет в образовательных системах других стран. Воссоздание системы сильного современного сквозного национального фундаментального образования должно стать государственной задачей с привлечением частных, средних и высших учебных заведений. И это надо делать срочно, сейчас, не откладывая в дальний ящик. Пока еще живы первоклассные специалисты, которые обучались и обучали нас в СССР, и которые способны помочь нынешним молодым преподавателям и представителям государства воссоздать лучшую в мире систему образования. Для решения этой задачи нужна прежде всего государственная воля. И мы считаем, что необходимо создать Государственный совет, может быть, при президенте Российской Федерации или при Государственной Думе, по вопросам создания сильной системы российского образования и включить в него всех тех, кто еще способен передать опыт советского образования своим нынешним молодым коллегам. Союз женских сил в 2020 году провел общероссийский опрос своих участниц по теме возможного улучшения системы образования в Российской Федерации и получил конкретные предложения для разработчиков федерального закона об образовании. Мы с огромным удовольствием поделимся этими предложениями с фондом «100 лет СССР». И благодарим фонд «100 лет СССР» за то, что вы привлекаете нас к своей работе, за то, что вы прислушиваетесь к мнению Союза женских сил. Спасибо. Спасибо, Инга Валерьевна. Хорошее выступление, и я бы добавил, оно должно быть в том числе и доступное, да, образование для всех. Ведь действительно в Советском Союзе было очень четкое понимание, как человек двигается по своей лестнице приобретения знаний и достижения карьерного роста. Он проходил все стадии обучения той профессии, где он становился специалистом. Начиная там, если это от станка, буквально, как мы говорили, да, и проходя начальника цеха, там начальника, да, и после этого так становится уже министром дальше. Мы продолжим тему воспитания, потому что действительно, пожалуй, самый
целевой группой нашего проекта это как раз молодежь. Как раз молодежь, наше будущее поколение. Мы вот все с детства помним это выражение «здоровом теле, здоровый дух». Ну, вначале, когда мы впервые это слышим, мы представляем, да, здоровое тело, мы физкультурой занимаемся, все будет хорошо. А постепенно мы начинаем понимать, когда с возрастом, что истинный смысл этого выражения несколько другой. Дух превалирует над телом. Если сильного духа нет, тело бесполезно. И вот сейчас я хотел бы пригласить к разговору Андрея Львовича Подгорного, председателя правления Комитета дружбы народов, чтобы он рассказал о формировании истинного патриота, крепкого духом и телом. И какой опыт Советского Союза при этом был бы полезен. Всем добрый день. Ну, наверное, еще немножко по-другому, потому что на самом деле то, что сейчас Максим Юрьевич озвучил, так или иначе каждый из предыдущих спикеров эту тему затрагивал. Сегодня было уже много сказано об идеологии, о человеческих ценностях, культуре развития общества. Все это является основой воспитания и влияния на молодежь. Хочу начать свое выступление с определения. Наверное, патриот – это не тот, кто, как сегодня, где-то принято громкогласно кричит о любви к Отечеству или ругает иностранцев, а тот, кто стремится что-то сделать для общества, для людей, для народа, для страны. Рождаются гражданами своей страны, а патриотами все-таки становятся, воспитывают. Или не становится, в зависимости от воспитания и обстоятельств, которые окружают сегодняшнюю молодежь. Молодежь – это самая активная прослойка общества, но при этом и самая ведомая, подверженная влиянию извне. Именно с молодежью началось большинство революций. Почему я говорю эти слова? Наверное, сегодня мы, так как все пользуемся соцсетями, видим видеоновости. Вот были недавно попытки, да, переворотов или вот этих забастовок, когда у меня до сих пор в глазах есть кадр, когда мальчишка молодой, ему, наверное, лет 14-15, он с каким-то плакатом стоит и кричит: «Мы есть власть! Мы есть власть!» Что может быть властью 14-15-летний человек, который не прошел школу, не прошел опыт, да, который должен быть жизненный, не может сделать оценку? Эту оценку ему навязывают либеральные структуры, либеральные власти через соцсети, в которых ребята все сидят сегодня. Поэтому вот работа с молодежью все-таки должна быть и через медийные, через социальные проекты, если мы говорим о патриотизме. Ну, не хочу рекламировать, скажем так, но мне очень нравится, вот, например, с моими сыновьями смотрим на телеканал «Звезда», телеканал «Победа». Подобные проекты нужно постоянно говорить, потому что патриотизм, он опять же любовь к родине, в которую тоже я читаю, сейчас имею честь читать книги Александра Александровича, да, это все-таки изучая историю, основываясь на истории, да, и тут приходят в памяти слова великого нашего одного из полководцев Рокоссовского: государство, народ, который не чтит и не хранит историю, не уважает память о героях, не имеет права называться великой державой. Как заметил в своем выступлении Владимир Анатольевич, вопрос идеологического вопроса развития общества. Но хотелось бы обратить внимание все же на идеологическую ценность, как настоящая история и навязанная история, которую сегодня пытаются переписать и навязать западные и прозападные историки. Как мы можем воспитывать молодежь, уничтожая историю? Как сегодня заметил в своем выступлении Владимир Владимирович Путин, да, вот я просто вот чуть-чуть раньше приехал всех и уже имел возможность смотреть, наблюдать за его выступлением. Он сказал: наличие бесплатных, точнее даже, сейчас я прошу прощения, я записал. Государство сегодня должно защищать права ребенка, должно воспитывать. И вот, наверное, этот вопрос, который, если мы говорим об исторических моментах,
Мы не раз уже в свое время с Ольгой Мироновной этот вопрос затрагивали, и он трогался сегодня у нас тоже об исторических моментах. Владимир Владимирович тоже сказал, что в учебниках истории очень мало все-таки, это уже тронутая тема была, она неоднократно поднималась, тронутая история Великой Отечественной войны. Что, ну, как можно в школе за 9 часов пройти материал, который мы с вами, наверное, годами изучали, да, с 3-го, с 4-го класса, когда нас готовили, ну, когда мы становились октябрятами, пионерами, мы посещали различные музеи, мы посещали, я помню, нас каждый там осень, весну мы со школы, с классом ходили, убирались на памятников, да, это не делать сегодня. То есть у нас жизни, наверное, не хватит изучить эту историю, а нам ее преподают в школе за 9 часов. И как Владимир Владимирович сказал сегодня, мы даже не можем за этот период изучить нормально Сталинградскую битву. А она играла немалую роль в Великой Победе. И таких моментов очень много. Наличие бесплатных спортивных секций, творческих кругов давало в СССР. А? Если мы говорим про СССР, да, то в СССР наличие бесплатных спортивных секций, творческих кружков давало молодым людям возможность выиграть именно то, что им действительно интересно, помогало раскрыть и увидеть свои возможности, наметить свой дальнейший путь в жизни. Они уже представляли, да, что они могут, что им нравится. И это очень важно было. И, конечно, страна, которая так заботилась о своей молодежи, как СССР, которая представляла им возможность учиться бесплатно, то, что мы сегодня говорили, да, вот то, что как раз-таки Инга Валерьевна заметила в своем выступлении, это вот вопрос об образовании, да. Образование это было бесплатно в вузах, СУЗах, привлекало молодых людей к активной общественной жизни, предоставляла молодым специалистам жилье, сумела воспитать целую плеяду выдающихся молодых ученых, философов, изобретателей, музыкантов. Мы сегодня говорили о врачах, да, о преподавателях. Это, наверное, и есть те, в первую очередь, герои, сегодняшние герои и герои нашей страны в целом, которые реально думают. Потому что врачи лечат трудящихся, врачи лечат людей, они работают для страны, во благо страны. Учителя – это та золотая плеяда, которая воспитывает и учит наших детей. Но вопрос, мы опять же затрагивали сегодня вопрос образования, необходимость возвращения советского образования, системы. Немножко, наверное, вот так отойду в сторону. Дело в том, что я в свое время имел возможность, не скрываю это, по обмену опытом жить за рубежом. И я видел разницу между нашим образованием и образованием западным. Ну, не то, что хочу похвастаться, был вопрос. Мне в момент было 17 лет, когда я учился в школе там. В 17 лет проходим простую, то, что мы где-то в 12-13 лет, начало алгебры, проходим дискриминанту. Преподаватель выше там школы математики в Канаде, в Монреале, пишет ребятам теорему дискриминант и просто пишет x, и все. Я ему говорю, pardon, moi, monsieur, но вы забыли найти x отрицательное. X положительное, x отрицательное. Он мне вопрос такой, а для чего, зачем? После этого мне было так, как в старом нашем этом фильме «Я не советский мальчик», что ты делаешь? Иди отсюда, у тебя уже автомат все стоит. И мне это дало большую слабинку, когда я вернулся в Россию. Мне было довольно тяжело догонять своих ровесников. Я это не скрываю. Это наша система образования. То, что сегодня было сказано, система образования взята за основу советской Великобритании. Мы должны ее вернуть. Нам дают худшее, от нас берут лучшее. Это тоже относится к патриотизму. Я не просто отошел к образовательной системе, потому что воспитывая умных, здравомыслящих, если мы говорим к опыту, опытных специалистов, мы воспитываем патриотов, которые понимают, что им дала страна, что она дает им знания, опыт, жизнь, основу. Они не будут трудиться во благо страны, потому что они понимают, что, что страна, государство о них заботится. И было очень четко замечено в идеологии людей, делящихся, да, на, опять же, если говорить об вопросе образования, об делении людей в сегодняшнем образе, да, это, как грубо я, наверное, скажу, холопы и элита. Я вам честно скажу, элита это не та элита, которая делит, берет деньги и солит деньгами, или там папины, мамины, сыночки, я по себе могу это сказать, по оценке видимости и работы с молодежью, которая тратит деньги родителей.
Элита – это те, которые ходят в музеи, сидят в библиотеке Ленина, читают книги, изучают историю, литературу своей страны, которые чтят основы развития своего государства, делают все, чтобы это сохранить и передать своим детям и потомкам. Вот это элита. Когда мы делим элитная школа, это недавно, я тоже мне нравился, Шахназаров в своем выступлении говорил, как можно делить элитная школа и простая школа. Чем они отличаются? Какими-то формулами или какими-то новыми математическими знаками, кроме плюс-минус деления, умножения. Что-то новое элитное дает? Я вот этого момента тоже не понимаю. Есть система образования, которая воспитывает людей, опять же повторю, умных, здравомыслящих, умеющих анализировать ситуации, да, это, ну, это уже когда дальше растут, да, учат чему-то людей. Есть одна общая система образования, которую мы не имеем права делить, и тем самым мы не имеем права делить людей. Другой вопрос, есть устремление человека, хочет ли он учиться или не хочет он учиться, чего-то хочет он в жизни или чего-то не хочет. Здесь право каждого человека. Но мы даем им эту возможность, право выбрать, чего он в жизни хочет, что тоже давалось в СССР. Не навязывалось, а давалось выбрать. И это тоже воспитание патриотов. Людей мы должны показать, что можно сделать лучше. Спасибо. 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 Дорогие друзья, мы не должны потерять еще два поколения. Если мы их потеряем, это... Максим Юрьевич, я прошу прощения, да, добавил, вот насчет два поколения. Мы в 90-х пока потеряли поколение. Если сейчас мы потеряем поколение вот этой молодежи, мы потеряем все прошлое, будущее. Максим Юрьевич, я просто добавлю, вы просто сказали, момент такой. Мы с нашими, я представляю еще и другую немножко организацию, Комитет по сохранению памяти героев подвига самопожар имени Сергея Звягина. Сергей Валентинович Звягин не раз здесь бывал, мы проводили много проектов совместно со школами. И мы проводим до сих пор уроки мужества по истории, почему я тоже это заметил, про патриотизм. Мы, недавно была встреча у меня буквально около месяца назад в военной кафедре, внимание, вы только слушайте, высшая школа экономики. Само слово высшая школа экономики. Были военные кафедры, они на Войковской находятся. Первый курс. Я разговаривал с ребятами тоже про патриотизм, мы затронули историю Великой Отечественной войны. Первый курс. В военной форме наших советских войск, кадеты, мне говорят, вот две вещи. Извините, Андрей Львович, мы хотим вас поправить. Вот вы нам это все рассказываете, но чтобы вы понимали, мы просто сейчас здесь ходим в военную кафедру, после, с улыбкой такой, после института мы не собираемся, мы не пойдем в армию, нам это не надо. Я был в шоке. И второй формат. Некоторые из этих ребят стали защищать Гитлера, стали защищать Америку. И мне пришлось факты ребятам раскладывать, что к чему, что господин Форд во время 1939 года подарил Гитлеру 10 тысяч грузовиков Гитлера, которые были переформатированы потом газовые камеры. General Motors финансировал топливо танковой, германской танковой армии. И это много что таких форматов. И это тоже работа с патриотами. Спасибо. Спасибо, Андрей Ильич. Я прошу выступающих придерживаться регламента. У нас еще много выступающих. Вопрос, а что мы можем предложить нашей молодежи? Насколько реально сегодня молодому человеку вообще воплотить свою мечту? Правда, если она у нее есть, то сегодня, к сожалению, тоже проблема. Вот. И есть у нас социальные лифты, которые сегодня действуют. Я попросил бы об этом сказать Ларису Алексеевну Комиссарову. Будьте добры, включиться в это дело. Прежде чем с вами скажу выступление, я хочу сразу вам прочитать маленький отрывочек.
Это родословно было написано в 70-м году участником Великой Отечественной войны. Он 901 года рождения, железнодорожник. И в 70-м он решил написать родословно, ну, естественно, в как бы стихах, о своим внукам и правнукам. И вот эти строчки, это как раз строчки нам, участникам вот этого круглого стола. Это отрывок, я пишу только отрывок. Да, он из крепостной семьи, то есть из крестьянской семьи, это вот они, крестьянская семья, когда-то были крепостными государствами. И лишь Октябрь разбил оковы, принес весну измученной земле. Все мы сегодня с песней новой живем от рада в городе и на селе. Вам повезло, друзья потомки, вы в жизнь ступаете уверенно, свободно. Шагая в школу, не несете хлеб в котомке и не идете по шеренге верстовых столбов, расставленных поочередно. Дверь наук вам широко открыта. Сейчас не спросят род чинов и звания. Да? Постигай истоки наук и света, если есть призвание и запас сознания. В работе выбирай профессию любую, чтоб по умению, силам и душе организуй семью счастливую и молодую. Живи в благоустроенной квартире, а не в шалаше. Вот слова человека 901 года рождения, в 70-м году. То есть, понимаете, доступ в Советский Союз предоставил действительно огромные возможности. И он говорил, я никогда не мог подумать о том, что мои дети и внуки получат высшее образование, дети будут директорами институтов и так далее. Да? То есть вот такая вот модель. Это действительно и все, что мы делаем ради молодежи. И сегодня главная цель любых политиков – это кто наши дети и внуки. И вот теперь как бы основные тезисы, которые очень хотелось бы вам сказать. Естественно, о том, что я сейчас уже не буду останавливаться на образовании, не хотелось это сказать, но действительно образование у нас было потрясающим. Я патриот еще не была, так же, как и Ольга Мироновна. Я считаю, вообще я была лучшим не только в России, но и в мире, как патриот. И какие-то великолепные была возможность всем получить вот это первоклассное образование. Не только сейчас по системе ДИКЕ, у нас был рассказ, и приходили ребята после армии или там 2-3 года после школы работали. Они учились потом на первом курсе, приходили вместе с нами учились. И некоторые с нашего курса сейчас советник президента, а некоторые возглавляют даже научно-исследовательские институты. То есть по новой системе они бы сейчас не поступили. Это то, о чем мы говорим. То есть талант, вот наша сегодняшняя система, она ребятам отрезает вот такие вот. Не всегда приходит сразу туда, куда душа лежит, где можно раскрыться. Второй момент – это, конечно, возможность карьерного роста. Все мы хотим и очень мечтаем, и ребята мечтают, и как реализовывают. Но что мы на деле получаем? На сегодняшний день мы получаем основной принцип, который работает во многих, скажем, структурах. Это принцип свой-чужой. Свой устраивается, чужой, какой бы ни был, этого не было. Мы выросли в Советском Союзе, мы понимаем, как вот у нас на МГУ, у нас уже сразу отсеивают, то есть сразу умных ребят, разные структуры, научные, специальные и так далее. То есть уже забирали себе. Более того, давали возможность реализовать и расти по кадрам. И здесь как раз мы говорим о том, что на сегодняшний день мы потеряли как таковую кадровую политику. У нас ее вообще нет. Кадровой политики. У нас могут, вот мы добились того, что у нас занимаются многие строители, занимаются, регулируют сельское хозяйство, эти занимаются другим. То есть, понимаете, специалисты как таковые вот пройти вот эту ступеньку не могут. Я могу привести один очень интересный пример. Это был 1953 год. Да, вот смерть осталась. Молодой студент Миника закончил институт и пришел на один из московских центральных вокзалов говорить на воду покрытие. Ему сказали, он действительно талантливый был парень, ему сказали, хочешь, если хочешь развиваться дальше, то есть как бы вот мы хотим, чтобы ты дальше как бы карьерный рост. Пройди за год-полтора от стрелочника через все структуры. И он устроился с дипломом МИТа на стрелочника и прошел багажное отделение, прочее. И потом он возглавил, стал начальником московского вокзала. И он всегда говорил,
Огромное спасибо моим наставникам, что они дали мне этот опыт. Иначе я бы действительно не был специалистом. И вот такой опыт у нас давали всегда в наши опытные специалисты. На сегодняшний день мы все время, я слышу, давайте вперед за молодежь, давайте вот сделать это лидеры России, вот эта вся структура работает замечательно. Но это точечное, вот просто точечное. Нужна система, кадровая система, требования определенные. То есть идет человек, прошел вот эту ступеночку, следующее вот к нему требование, чтобы он поступил. И тогда у нас не будет, извините меня, даже на федеральном уровне вот эти скандалы, когда возглавляет управление человек, который вообще этим не занимался или вообще с купленным дипломом. И здесь вот что касается как раз образования и то, что нам сложно работать, и очень сложно даже нам, вот я руководитель организации, а я иногда не верю диплому специалистов, которые к нам приходят. Потому что они купленные. Потому что да, мы тоже, опять-таки, я у меня будет как бы мое выступление с примерами. Далеко ходить не буду. Московский метр прикрыл, система безопасности. Туда приходит человек, устраивается, но туда нужно только диплом. Диплом, понимаете, что это такое, что это проверка определенная, да? Диплом он предоставляет, его устраивает, а этот диплом куплен в интернете. Вот и все, и человек это до сих пор там работает. А что делать нам, когда ко мне приходит человек, и я от него хочу, а он работает с ребенком, я работаю с инвалидом, я работаю с этими. И что он будет делать? А вот эти вот хирурги, которые приходят, вот, я говорю, наши медицинские институты, дай бог, вот спасибо, хороший специалист, приходят в поликлинику, а там врачи с купленными дипломами. Поэтому вот пока я использую вот эту площадку, у меня просто огромный вот крик, наверное. Уже об этом говорили, сделать единую базу образовательных всех учреждений, там, то есть образовательных вот этих дипломов, все документы для организации работы, чтобы не было вот таких вещей. А почему? Потому что это связано с молодежью, потому что они хотят идти. Но вот не получается. И вот это их убивает. И еще что у меня последнее, я понимаю, конечно, очень много хотел бы сказать про семью, про ноги, опыт Советского Союза, но здесь мне хотел бы особенно обратить внимание, как психолога, да, вот вы говорили про молодежь, про вот этот патриотизм, да. Несколько, наверное, лет 15-20 назад, я об этом тоже говорила, на своем выступлении, мы говорили о том, что меня очень поразило, когда к нам в факультет психологии пришел, мы очень много разговаривали с Советским Союзом, пришли, и очень многие психологи у нас забрали за рубеж. Я не могла понять, зачем. Теперь по итогам Украины я понимаю, я переформатировала сознание нашей молодежи. Вот вы приглашаете домой нянечку своему ребенку, ведь вы же требуете определенно, чему он должен учить. А почему мы его должны требовать со средств массовой информации? Если ты учишь фашизму, агрессии и так далее, а это наша молодежь, завтра она возглавит руководство, станет во главе государства и все. То есть многие такие вещи мы недооцениваем, когда мы говорим о молодежной политике. К молодежи относится все, что мы делаем, это завтрашний день. И последнее, что я хотела сказать по поводу патриотизма. Мы просто уже вот эти 18 лет, мы первые в Москве начали программу тогда с Музея Москвы «История моя родословная». История семьи, история страны. Да? И была одна семья, и она как бы есть, это потомки автора песни «Калинка». Между прочим, в этом году песня «Калинка» юбилей и у автора, и у самой песни. Вот. И они сделали, причем они не знали об этом. Ну, с их родителями мы сделали выставку в Музее Москвы в 2003 год. И вдруг вот эти маленькие их праправнуки, притащили весь класс в Музей Москвы. И такие довольны, мы же потомки, это все наш символ. Вы сегодня, наверное, сейчас шли, когда сюда, вы проходили к моему дому, где живет Наталья Сергеевна Королева. Дочка Сергея Павловича Королева. Мы вот буквально отметили юбилей первого полета человека. Да? И вот она здесь вот рядом с нами, вот, здесь живет.
я нету их. Почему нету других СМИ? У нас клуб Героев России Советского Союза отметил 30-летие, да, вот буквально месяц назад мы были. То же самое. Ток-шоу, кто у нас? Главный герой. Все. Остальное мы получили. Поэтому у меня просто вот крик души. Видимо, мы сегодня занимаемся или этим, или мы так же, как мы на Украине, получаем вот это поколение, которое нас самих сметило. Просто-напросто вот так. Очень. Извините, пожалуйста, мы просто так... Поддерживаем полностью, на самом деле, ваш крик, потому что он соответствует нашему пониманию жизни. В вопросе взаимодействия будущего с молодежью есть очень серьезный вопрос взаимопонимания. Вы знаете, что у нас прошлое мероприятие в Доме национальности было посвящено именно этому диалогу между поколениями. Я хотел бы сейчас подключить к нашему разговору двух ярких наших товарищей, которые знают не понаслышке, как работать с молодежью. И я хотел бы сначала Артуру Макарову дать кратко, он очень хотел сказать, так, завести нашу аудиторию. И потом, Игорь Борисович, вам слово будет. Я представлюсь. Зовут меня Артур Макаров, я актер театра и кино, поэт, получил замечательное советское образование, первое образование режиссура КПР, нас готовили как политруков в штатском, на случай войны мы должны были в партизанских отрядах быть политруками, понимаете, вот, нас научили многим интересным вещам. Вот, и в первую очередь научили такой вещи, как разбираться с системой идеологических диверсий, с системой значит, идеологической войны, которая, в принципе, играет очень большую роль в разложении любого государства, и, естественно, начинается это все с молодежи. Что я могу сказать? На сегодняшний день, вот на этом совещании, я услышал очень здравую мысль о том, что у нас еще пока живы советские педагоги великой советской школы. Но их настолько мало, что их не хватит на все школы, на все вузы для подготовки кадров. Поэтому у меня есть реальное предложение. Я прошу, отметьте, запишите его. Я это даю как подарок всем общественным организациям, которые здесь присутствуют. Все, кто смогут эту тему поднять и освоить, я думаю, это будет полезно. Я считаю необходимым создать видеокурс истории государства российского, который бы был бы постоянно пополняемый. Вот. И этот видеокурс должен быть вынесен на коллегию российских историков, которые в первую очередь должны быть признаны авторитетные российские историки без политической окраски, скажем, чтобы у нас история не переписывалась каждый раз при новой власти. Создать видеокурс истории – это одно из самых основных. Причем принять в этом участие могут все педагоги советской школы. Понимаете, да? При их участии. И этот видеокурс может стать интереснейшим видеоуроком, потому что мы понимаем, что каждый педагог в силу своих способностей, своего таланта несет свои знания учащимся. Кто-то это делает лучше, кто-то хуже. Кто-то знает аспект Великой Отечественной войны великолепно, кто-то Древней Руси, кто-то знает историю национальных образований на территории России, которые находятся, понимаете, прекрасно. Поэтому мы должны, с учетом всех вот этих вот контентов, которые входят в российскую историю, создать видеокурс российской истории. Точно так же мы можем создать курс математики, биологии, физики, химии, видеокурс, видеоуниверситет. А попробуйте сотрите эти знания советских педагогов. Эти педагоги уйдут, их не будет. Их возможности, их школы, их методы преподавания вы больше не увидите.
Вот. А у нас будет возможность получать знания эти даже после их ухода из жизни. Почему? Потому что это останется на видеоматериале. Потому что этот видеоноситель можно донести будет до самых отдаленных районов России. Это можно перевести на другие языки других народов и преподавать это в любых странах мира. Понимаете, эту науку. Поэтому я считаю, что знания... Посмотрите, как были образованы знания в СССР. Многие говорят о вузах, СУЗах, да, сегодня вот говорил Подгорный Андрей. Значит, я скажу, что начиналось образование с яслей, детских садов, потом уже школы шли. И обратите внимание, да, потом шли техникумы, ПТУ, ГПТУ, институты, университеты, академии. Была выстроена система доступных знаний. Вот. Мы эту систему знаний можем сделать в видео, скажем, да, в видеоконтенте, который мы можем передавать всем, кто это может воспринимать на всех уровнях. Это первое, на что надо обратить внимание. Я думаю, эта работа должна быть проведена, и общественные организации, которые здесь присутствуют, должны в этом плане объединить свои возможности, подключить свои ресурсы и создать вот такой вот видеоконтент. Это мое первое предложение. Второе предложение, о чем я хотел бы еще сказать, это не менее важно. Сегодня много говорят о пропаганде молодежи. Я вам могу показать вот такой масонский символ. Треугольничек. Вот в этот капкан попала сегодня вся молодежь. Что это такое? Каждая сторона этого треугольника, этого капкана, она захлопывается, сужается все уже и уже. Значит, это мы берем финансовая основа, да? Мы берем комфорт и мы берем удовольствие. Сегодня молодежь интересует финансы с целью получения комфорта и удовольствия. Но мы знаем, на опыты, на крысах ставились, что пристанное, значит, воздействие на центр удовольствия, понимаете, вот, убивает крысу, которая мечется в этом колесе, да, и получает определенные порции на центр удовольствия, да, электронного воздействия. Так вот, у нас сегодня то же самое происходит, да, эксперимент с молодежью, которая в итоге, я сегодня вот, например, ну, общаюсь, да, вот, с врачами, которые присутствуют на медицинских комиссиях на призывных участках. Я говорю: Андрей, а правда, что сегодня 85% молодежи не может продолжать это потомство? Он говорит: врут, врут, 95%. 95% наших мальчишек не может оплодотворить девочек. Вы понимаете, что это такое? Я говорю: а в чем причина? Напитки? Потому что пластмассовая тара, это дибутил, фталат, сделан был еще при Гитлере, это пластмасса, понимаете? И в сочетании с газом СО2 из продукта выделяется дибутил, фталат, причем алюминиевую посуду тоже испортили. Потому что изнутри она покрывается такой же пленкой, которая выделяет дибутилфталат в энергетике, в пепсиколу, фанту, спрайт и прочее. В Индии был бунт. Индусы пошли громить пепсикольные палатки, потому что индийские врачи, когда сравнили пепсиколу, которую продают в Америке и в Индии, они говорят: это подождите, это две разные формулы. Ну вот, совершенно. Вот. Я общался с таким, ну, можно сказать, миллионером, Уда Альтман, немецкий американец, он производит заводы по переработке некачественной древесины, учился в институте парапсихологии Рудольфа Штайнера в Австрии. Он меня приглашал туда на учебу, я отказался туда ехать. Вот. Но не в этом дело, он мне рассказал, мы ставили в университете Рудольфа Штайнера методом советских физиков Кирлян поставили, значит, опыт. Мы взяли пепсиколу, фанту, спрайт, дали, ну, снимали на в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, это кирляновская метода свечения над человеком, да, аура, поле своеобразное, да, биоэлектрическое. Вот. Мы снимали до и после приема пепсиколы. Говорят, после приема пепсиколы, фанты и спрайта у людей вот это поле скомкано хуже, чем после водки. Я говорю: значит, водка еще не настолько опасна. Вот, значит, но если отбросить шутки, я вам скажу, я почему об этом говорю. Потому что сегодня на молодежь воздействуют не только системы
подавление психики, которое сделано системой клипового мышления, да, навязанного молодежи, сегодня еще подавляют на химическом уровне. Поэтому мы должны очень четко понимать, химия питания молодежи, вот, химия потребления воды, сна, правильного режима, понятие и кроме того, существуют виды гимнастик, которые не требуют фитнес-центров, не требуют залов, не требуют специального оборудования. Они были еще известны до революции. Например, система гимнастики доктора Анохина, который преподавал систему бессснарядных упражнений. Не нужно покупать ни гантели, ничего. Этим может заниматься в метро, где угодно. Вот эти системы надо распространять среди молодежи. Надо давать такую физическую культуру, которая давала бы необыкновенную физическую силу. Вот. Естественно, при этом надо понимать, что нас разделяют на нации, религии, нас разделяют на расы и нас разделяют на какие-то, да, социальные группы, богатые, бедные и так далее. Значит, но все люди делятся всего лишь на две системы. Да? Это психологически мы знаем ведущие и ведомые, а ведущие и ведомые делится на гипнабельных и негипнабельных людей. Так вот, если людям сейчас вернуть их человеческий мозг, а сегодня человеческий мозг спит на 95% в среднем, да, так вот, у некоторых работает чуть побольше. Вот. Если мы разблокируем возможности, если мы дадим пробуждение, а есть методы пробуждения человеческого мозга, если мы их дадим сегодня, то мы получим новый выход. Потому что, смотрите, Иосиф Виссарионович Сталин, он очень четко понимал систему баранов. Куда ведет пастух стада баранов? Ведет на гоню. В итоге, куда бы он их ни водил, на пастбище, в хлев и так далее, в итоге они приходят на гоню. Куда ведет академик стада академиков? Он их ведет в процветающей комфортной жизни. Сталин хотел управлять академиками, и он управлял ими, он создал систему знаний, понимаете, он создал систему знаний, народную систему, и была многовариантная система. Нельзя говорить, что вот этим можно давать, а вот этим нельзя. Надо давать всем, кто способен знаний, и самых способных, понимать самых способных. Вот. И Сталин создал такую систему. И к чему нас призывает сегодняшняя просвещенная Европа? Она нас сегодня призывает плодить баранов. Ребята, ну, мы где живем? Вы хотите, чтобы наши внуки, там, правнуки были баранами? Нет. Вот. Поэтому я желаю всем солнца, вот, радости, радосыта. Я всем желаю любви. Люди Бога ведают. Вот. И одну минутку я последнюю заберу, я вам прочитаю одно свое стихотворение. Я родился в СССР и гордился своей страной. Где держава моя теперь? Что случилось, страна, с тобой? Вся разорвана на куски, разбазарена по частям, разворована до доски на утеху своим врагам. Деды в той великой войне дрались насмерть, не для наград. Жизнь отдали одной стране, в разных странах теперь лежат. Я родился в СССР, и осталась по детству грусть. Я пожизненный пионер всех республик твоих, союз. Настолбили границ волки, разлучив друзей и родных. Друг на друга идут полки бывших братьев, врагов слепых. Хватит споров про гимны флаг. Нам нужнее могучий флот, пальцев армии стальной кулак, нашей мирной жизни оплот. Я родился в СССР, а жизнь без Родины, как во сне, непомерна цена потерь. Возвращайте державу мне. Спасибо. Игорь Борисович, подхватите эстафету. Всех приветствую. Артур, выключи, пожалуйста. Да. Всех рад видеть здесь. Игорь Сандлер.
Ну, продолжу тему, которая сегодня всех волнует. Это, безусловно, молодежь и подрастающее поколение. Как раз вчера приезжали ко мне ТВЦ, и по скрипту будет программа, в субботу можете посмотреть, я там прокомментировал, тема была Мангерштерн, знаете, конечно, такой скандальный товарищ. Конечно, я сначала сказал, чем больше мы будем о нем говорить, тем больше у него будет популярность и денег, поэтому давайте, может, как-то забудем о нем, но все-таки меня убедили, что забывать не надо, потому что это действительно настолько уже ниже пояса, так как та культура, которую несут молодежь, те люди, которые, безусловно, они умные, продвинутые, толковые ребята, они просто зарабатывают деньги на беде. Точно так же, как игровые автоматы зарабатывают на беде людей, это болезнь. И сегодняшние молодые люди, 12-16 лет, которые склонны к таким форматам музыки, они, безусловно, вырастут и будут править Россией через каких-то буквально 15-20 лет. И поэтому об этом говорить мы должны. А два дня назад, в понедельник, на Первом канале была программа о нашем конкурсе «Золотая нота», куда мы собрали 80 городов России, и Швейцария, Хорватия, Израиль, Прибалтика, приезжали и дети. Это как раз будущая гордость России, потому что там приезжали наиталантливейшие дети, которые пели потрясающе. В жюри у нас были там и Лариса Долина, и очень много Глызин, Газманов, очень много уважаемых людей, которые просто не верили в то, что есть еще такие талантливые дети в России. Вообще, мы знаем фразу «искусство требует жертв», но этими жертвами не должны быть зрители. К сожалению, громадному, сейчас формат музыки, вообще, я музыкант профессиональный, школа музыкального училища консерватории, 45 лет на профессиональной сцене. Первая в России рок-группа «Интеграл» с Барри Левасовым и Юрой Лазовым начинали в 70-е, а потом группа «Индекс», где мы играли классику. А второе отделение у меня пел Альберт Асадулин, Григорий Лепс, которого я мальчиком забрал из ресторана в 87-м году. Собственно, Лепсом он у меня в коллективе и стал. Сократили фамилию Лепсвиридзе. Так вот, мы играли классику, причем очень много русскую классику. И Чайковского, и Глинку, Рахманинова, Шостаковича, Прокофьева. Конечно, и западную, и Моцарта, и Бетховена. Но играли мы ее в рок-аранжировках. И играли в тех форматах, которые это было доступно для рок-музыкантов. Приходили, конечно, рок-музыканты, которых смущало немножко слово «классика», но стиль этот назывался симфорок, или классикорок, или арт-рок. И я делал лекции и концерты, то есть я рассказывал, что такое классическая музыка, что такое рок-музыка, структура, композиция, звукоизвлечение. И вот такие лекции, они, безусловно, привлекали классической музыке ту молодежь, которая была акцентирована только на рок. Более того, мы собирали по 5 концертов в день. В 9 утра первый концерт, 12:36 и 9 вечера последний. Безусловно, сейчас уже были мнения, что на телеканалах, к сожалению, только форматы программ, которые рейтинговые, в кавычках, и приносят деньги. Безусловно, этот рейтинг обусловлен только на тот формат, чтобы зомбировать народ и отвлекать народ от тех насущных проблем, которые есть. Сегодня была затронута тема коррупции, которая действительно, как ржавчина, на данный момент разъела наше общество. И это очень серьезная проблема. Еще премьер-министр Израиля Голда Мейер
говорила, что всего две вещи надо сделать, чтобы любую страну сделать могучей и счастливой. Всего две вещи. Первое – это признать коррупцию как измена Родины, а коррупционеров до седьмого колена как предателями Родины. И вот тогда это все намного быстрее решится. А второй пункт – это сделать самые высокооплачиваемые профессии врачи, учителя и военнослужащие. Это, конечно, проблема сегодняшней России. Что мы можем взять из опыта СССР? Безусловно, присоединяясь, это абсолютно однозначно. Образование у нас было сильнейшее, действительно. Я сам продукт той эпохи, и то образование дало мне громадный ресурс, который на сегодняшний день я использую и создаю детские программы и передаю этот опыт, безусловно, молодым поколениям. Мы создали фонд поддержки одаренных детей и молодежи, где учредителем у меня был Йосиф Давыдович Кобзон, председатель много лет Царства Небесное, и те же Лариса Долина, Олег Казманов, Игорь Путман, Игорь Ларионов, Вячеслав Зайцев и многие другие. И, безусловно, дети, которыми мы занимаемся, они совершенно в другом формате, в другом виде воспринимают музыку, которую мы их учим и, собственно, пропагандируем эту музыку, потому что культура, безусловно, это ради чего мы живем. Вы знаете, во время войны Черчиллю принесли бюджет на следующий год. И в этом бюджете он смотрел там громадные суммы на вооружение и так далее. И в одном из пунктов была культура. И там стояло 0,0 какой-то процент на культуру. Он говорит, а почему такой маленький процент на культуру заложили? И он говорит, ну как же, премьер-министр, сейчас же идет война. На что он говорит? На что он говорит, а за что мы воюем? То есть мы воюем за культуру или за что? Какие еще могут быть ценности выше этого? И, безусловно, культура и качество жизни – это абсолютно взаимосвязанные вещи. Чем выше культура у страны, тем выше и качество жизни. Конечно, нам есть чем гордиться нашими классиками, нашим балетом, нашими оркестрами, но в эстраде и в более легких жанрах, к сожалению, мы проигрываем очень серьезно. Единственная наша группа, которая была признана в Америке, это группа «Парк Бойкова». К сожалению, больше нет серьезных завоеваний. У меня была в Англии Red Rock, англо-российская единственная совместная группа в 90-е годы. Мы были достаточно популярны, очень много прессы писала. Но больше, к сожалению, гордиться нечем. Хотя я уже приводил этот пример. Группа «Амба» в Швеции в 60-е и 70-е годы была очень популярна и не только в Швеции, но и в мире. Так вот, рост продаж «Вольво» увеличился на 60-70%. То есть это говорит о том, что культура и известность и популярность групп может поднять экономику страны. Это, безусловно, очень важно, и, к сожалению, это сильно страдает, потому что на сегодняшний день Министерство культуры занято абсолютно, как мне кажется, не теми вещами, которыми должно заниматься. И это громадная проблема. Как у нас, знаете, недавно была шутка, была недавно встреча выпускников на станции метро Пушкинская, которые купили там дипломы в переходе в 95-м году, юбилейная встреча была. Ну, это шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки. Спасибо большое за предоставленное время. Еще много есть еще сказать, но есть еще выступающие. Спасибо, Игорь Борисович. Спасибо. Как воспитать человека? Надо завоевать его душу. О чем ты душу завоевываешь? Конечно, культура. Это прежде всего.
Но было еще одно большое достижение в советское время, о котором мы говорим, это бесплатное и качественное здравоохранение. И оно было доступное всем. И я хотел бы сейчас пригласить к разговору Игоря Алексеевича Гундарова, подключить и спросить, вот 100 лет СССР, что мы можем взять и что впереди? Игорь. Спасибо большое. Большое дело делается, Максим Юрьевич, и вот эта наша сегодняшняя встреча, она чрезвычайно актуальна для того, чтобы разобраться, что нам делать, куда двигаться, что из прошлого, что нового. И, кстати, вот одно из того, что появилось в наше время, это формируется социальная медицина, которой не было в прежние годы, где мы, врачи, осознали, что общество – это тоже организм, страна – это тоже организм. И так как вот есть муравьи, есть муравейник. И муравейник тоже может болеть, его тоже надо лечить. И эту мысль высказал когда-то Александр Зиновьевич. Он ввел понятие «человейник». Вот мы человейник. А значит, должна быть какая-то специальность, которая лечит. Вот мы, обычные врачи, лечим отдельных человека, а должен кто-то лечить человейники. Вот эта социальная медицина ставит сейчас вопросы, а что происходит со страной. Значит, должны быть специалисты по лечению человейника. Дальше, а планету Зиновьев назвал человейник человейников. Это тоже организм, для которого тоже требуются специалисты. Вот эта специальность, я горд тем, что она зарождается на нашей территории. Но вот что должен теперь как социальный врач сказать, что очень часто мы собираемся и вспоминаем, мне чем-то напоминает, вот как на поминках, вспоминаем давно ушедшие, усопшие, а надо, мне бы хотелось не только перечислять, как было плохо, а куда дальше-то идти. И вот прекрасный был доклад Игоря Сергеевича о новом дивном мире, куда-то нас ведут. А куда мы поведем? Вот мы все возмущаемся, Клаус Шваб, цифровизация, обнуление, хотят, на самом деле они признались, это восхитительно услышать от этого уровня, что капитализму конец. То есть то, что сказал Владимир Ильич, империализм как загнивающий, умирающий, а что такое 80 лет? Это для истории труп. Вот он прав, вот конкретно уже те наверху говорят, труп. Смердит и начинают искать ответы. А мы возмущаемся, что они ищут ответы. Да, скажите им спасибо. И цветы туда положить надо, на крышку гроба. А теперь, а мы что можем предложить? Что мы-то должны предложить на фоне уже усопшего капитализма? А вот здесь огромные вопросительные знаки. И в том числе нам нужно понять, а почему же взорвался Советский Союз. Вот сейчас с позиции социального врача. И мы приходим к выводу, никто нас не обманул, никакие жидомасоны нас не переиграли, никакие перевертыши. Не было, было бы стыдно, если бы этот великий народ обманули там десяток перевертышей. Значит, было что-то другое, более фундаментальное. Здесь уже тональности в этом плане звучали. И вот чтобы разобраться, нужен научный подход, причем научный, беспристрастный. И вот 25 лет тому назад для решения этих задач была создана группа, мы особенно нигде не фиксировались, ассоциация независимых ученых. Спрашивают независимых от кого? От своих политических убеждений, от своих идеологических установок. Вот так хочется вот что-то от души болеть. А это уже когда душа включается, это уже не совсем ученый, потому что нужно быть максимально беспристрастным и не бояться говорить правду. Кто еще скажет, как не ученый?
И вот в этом плане я бы разделил, Ольга Мироновна, два понятия. Антисоветчик и диссидент. Антисоветчик – это тот, который ставил себе целью уничтожить Советский Союз. А диссиденты – это были те, которые хотели сделать, чтобы Советский Союз был лучше. Вот Александр Александрович – классический диссидент. Позвольте вам... Так, я договорю. Я с ним встречался неоднократно. Мы на эту тему говорили неоднократно. Я просто говорю, как ученый, как коллега. Я тоже в тот же институт философии ходил, откуда Александр Александрович, да, из института философии Академии наук СССР. И диссидентами были Евтушенко, Вознесенский, Ножкин, великие наши ученые. Мы хотели сделать Советский Союз лучше. А почему не получилось? А потому что наука отстала, и она до сих пор, наука отставшая, не понимает, что рождается новая формация. Я хочу опять процитировать Александра Александровича, одна из мало цитируемых работ, где он говорит, мы с ним здесь солидарны на 100%. Он говорит, рождается что-то новое, пока непонятно что, но рождается что-то новое. Рождается новая общественно-экономическая формация. Еще прошу прощения, никогда Александр Александрович не поддерживал Путина. И он его считал либералом, антисоветчиком. Поэтому нужно... Это разные вещи. И то, что вот мы имеем сейчас, ну 20 лет, ну как бы ученые мы или не ученые, совесть у нас есть или нет, но вот это вот мы развели, 20 лет прошло, посмотрите, в каком катастрофическом положении. И что, царь не отвечает за это? Наверное, надо включить его в список лиц, которых требует серьезного научного подхода для того, чтобы разобраться, куда идти нам дальше. Дальше, еще. Ну, у нас классовое общество. Ну, что мы пинаем бедных детишек, которым хочется машина? Ну, у нас классовое общество. Если есть дворцы, если есть по 13 яхт, ну, понятно, молодой туда тянется. И более того, в Государственной Думе кто? Наиболее богатые. Ну, что мы как вот ходим как вот вокруг тарелки с горячей кашей? И это вот я сейчас перечисляю. Все социальная медицина. Нужно лечить страну. Потому что вообще-то мы говорим много о духе, а дух мертвящий у нас. Вот я занимаюсь психосоматикой, даже у меня монография вышла. Психодемография. Оказалось, в том числе сперматогенез зависит от социальной атмосферы. Настроение хорошее или нехорошее. Я творец или я раб. Поэтому у нас сейчас мертвящий дух. А в мертвящем духе в зоопарке не будет размножаться народ. Это вот я с позиции медицины. Вот теперь тогда, а что бы я взял из СССР? Итак, вот нам нужно строить, опять обращаюсь к Александру Александровичу, рождается новая общественно-экономическая формация на плечах коммунизма. Рождая, как все, так и формация имеет рождение, взлет и закат, и рождает после себя следующий строй. И вот мы сейчас присутствуем, это я говорю опять как социальный врач, при рождении нового ребенка. А мы пока не понимаем, не видим, что это рождение. Думаем, что это колики в животе, запор, даем слабительное. Нам нужно понять, вот уже воды отошли, извините за медицинскую терминологию, но она очень-очень подходит. И мы, советский народ, впервые осознаем, рождается новая формация. И нам быть акушерами, нам принимать роды. И понять нужно срочно, посмотреть, какое предлежание, какое сократительная активность матки. Вот что сейчас происходит. И спасибо большое за нашу встречу. И вот здесь что бы я взял из Советского Союза? Однозначно, всю систему здравоохранения, ну, разрешив только частную практику. Туда пошли 4-5% не больше. Полностью образование и социальный лифт. Полностью культуру. Полностью социальную сферу, полностью науку. А вот теперь, а что бы я ни взял? И, может быть, не от этого ли взорвался Советский Союз? Первое. Как выбирать власть? Каков механизм формирования власти? Почему мы об этом не говорим? Я не хочу заниматься политиканством, но науке доступны все сферы жизнедеятельности, в том числе и
политическая сфера. Вот я как ученый задаю вопрос, насколько существующий механизм отвечает требованиям Конституции, где 3-я статья говорит «народ хозяин страны». В Советском Союзе вопрос тоже не был решен, потому что у нас была не советская власть. По Конституции у нас советская власть закончилась в Конституции 1918 года, а в 2024 год уже пошла парламентская республика, а не советская власть. 1924 год, да, прошу прощения. Следующий вопрос. А контроль над властью должен быть или не должен быть? Любая сложная система функционирует. Анохин написал теорию функциональных систем, опережающая отражение действительности, акцептор, положительная обратная связь, отрицательная обратная связь. Не было этого в Советском Союзе и сейчас нет. И мы бессильны перед тем, что происходит наверху, а наверху ведут сейчас нас к войне. Ну, посмотрите, мы доигрались, война на пороге. Дальше. Как включить в экономику потенциал индивидуальной собственности и кооперативной собственности? В советские годы тоже эта тема не разработана была. А у каждой из них есть свой потенциал, своя энергия. Дальше. Как обеспечить гармонию прав общества и прав личности, отдельного человека? В Советском Союзе это тоже не было. И вообще права человека у нас когда появились, это выражение? В 1985 году, и все мы бросились, помните, визитки делать, чтобы почувствовать, что я вот здесь на бумажке написано, что это я. Это нужно тоже решить. Дальше, теперь уже насчет фундамента. Оказывается, не только по Марксу бытие определяет сознание, здесь правильно говорили, что культура тоже, она уже в базис идет. Значит, у новой формации не только бытие определяет сознание, но и сознание определяет бытие. А это, прошу прощения, уже не коммунизм. Это вот как раз рождается что-то новое. И Маркс-то и говорил, не выдумывать нужно, в реальной жизни видеть ростки. И вот у меня я заканчиваю чем? Да, вот этим открытием новой формации мы занимались 24 года. И название у нее, значит, суть объединить права общества и личности, социума и гуманнуса, социогуманизм. И вот сейчас это движение начинает набирать обороты. Мы вдруг почувствовали, что необходимо нам быть и выходить из тени. А у нас большой коллектив за это время прошел через эту работу. И недавно, буквально на днях, общероссийское офицерское собрание, а слово офицера это то, к чему сохраняется уважение и доверие, мы сейчас объявляем. Значит, объявляем проведение, подготовку к всероссийскому собранию, чтобы обратиться ко всем умным, толковым, давайте ваши модели образа будущего с тем, чтобы, ну, по определенному формату, чтобы не 1000 страниц, чтобы к концу года провести обсуждение и, обратившись ко всем лидерам, в администрацию президента, давайте сядем и начнем не просто плакать, а пропишем, вот так же, как врач, рецепты. Да, сигна смешать по одной столовой ложке 3 раза в день, вот точно так же прописать то устройство, которое должно быть, и которое в состоянии решить те проблемы, которые мы здесь перечислили. Это и будет как раз, я точно знаю, советский народ жив, и вот это будет творчество советского народа, причем 30 секунд еще, вот коронавирус сейчас пропахал все страны мира, огромная межа, борозда, слева народ, справа власть. И весь мир вдруг ощутил, что на самом деле дальше так жить нельзя. И кто же тогда скажет эту правду? И вот я чувствую, что, наверное, этому народу, где был когда-то Зиновий, придется сейчас снова вести за собой человечество, так же, как случилось в 1917 году. Спасибо. Как было всегда, Россия должна спасти мир. Да. Ну, у нас есть еще одна угроза сегодня, которую мы не можем не озвучить на сегодняшнем мероприятии. Есть очень много попыток переписать историю, опорочить эпоху Советского Союза. И поэтому так важно признать категорически неприемлемым принижение роли Советского Союза, советского народа в Великой Победе, в космическом освоении космоса, в фундаментальных научных и спортивных, да и культурных достижениях. Я попросил по этому поводу высказаться председателя
фонда «100 лет СССР» Дмитрий Геннадьевич Прошин. Пожалуйста, Дмитрий Геннадьевич. Спасибо за предоставленное слово. Если честно, я вот сейчас вот только понял, что хочу начать свою речь с одними из последних слов выступающего передо мной, Игоря Алексеевича. Так жить нельзя. На самом деле, слушая замечательных, умных, образованных, опытных, знающих людей, практически все рецепты, предлагаемые, которые мы все здесь слышали, я думаю, они заслуживают детального изучения. Многие из них заслуживают дальнейшего продвижения, воплощения, внедрения и так далее и тому подобное. Есть одна маленькая проблема. Она заключается в следующем. Дело в том, что если с какой бы то ни было идеей прийти в какой бы то ни было государственный орган, они могут развести руками, не могут, их заведут руками, как ну, места-то заняты. Понимаете, в чем дело? Вот ваша программа, она, конечно, замечательная, у нас сейчас труда. Почему я все это рассказываю? Это рассказываю тому, что фонд, который кратко называется фонд 100 лет СССР, имеет полное название. А название полное звучит как фонд содействия сохранения исторической памяти 100 лет СССР. И вот недавно, собственно, перечитывая вот это самое название, мне пришла в голову та мысль, которой я с вами очень хочу сегодня поделиться. А именно, вот эта политика пряника, политика предложений для сегодняшних, скажем так, не буду никаких эпитетов прилагать тем лицам, которые ведут нашу страну, сами знаете куда, ну, как видим, она не действует. Соответственно, я считаю и очень надеюсь на вашу поддержку, что мы должны сообща использовать вот этот купол, действительно, фонда «100 лет СССР», потому что все идеи, которые я здесь сегодня слышал, они, безусловно, связаны с темой сегодняшней и с темой лучшего опыта Советского Союза. Давайте мы начнем, ну, можно словом бомбардировать, оно не очень уместно, но как минимум начнем формулировать те претензии, которые мы сегодня имеем не к общим каким-то там проворовавшимся чиновникам, не в общем каким-то членам ЦК КПСС, которые там развалили страну и прочее. Я вот хочу просто опять же обратиться к фразе Игоря Алексеевича, точнее к той мысли, которую он говорит про ушедших и усопших. Когда говорят о памяти, это говорят не для мертвых. Им уже, извините, все равно. Память существует для живых. И когда мы говорим об этой памяти, то прежде всего это для будущего. Это не ворошение какого-то праха, не доставание нафталиновой одежды и так далее. Мы хотим взять то, из чего мы хотим построить то общество, в котором будут жить наши потомки. Я все-таки хочу при всем при этом перейти к конкретике. И вот предлагаю все-таки присутствующим и тем, кто нас впоследствии услышит, достаточно, на мой взгляд, вопиющий факт, который уже обратили внимание, в том числе и некоторые политические круги, в общем, в общей массе свои оппозиционные, но тем не менее, Роскосмос к 12 апреля, годовщине, 60-летней годовщине 12 апреля 61 года опубликовал на своем сайте обращение жителям и страны, и, можно сказать, мира, потому что корпорация все-таки является одной из мировых. И название такое: пилотируемая космонавтика 60 лет. Госкорпорация Роскосмос.
Ну, фактически, в общем-то, это госкорпорация первого космонавта и запустила. Я не буду тут цитировать, если интересно, вы можете сами это посмотреть. Первый пьющий факт, на который обратили внимание практически все, это, безусловно, узнаваемый образ Юрия Алексеевича Гагарина в шлеме с маленьким нюансом, хотя мы, кстати, везде видим, такого не замечал крупным плакатом, но везде надпись «СССР» на шлеме есть. Исторический нюанс заключается в следующем. Дело в том, что надпись появилась не сразу. То есть он и в шлеме без СССР тоже находился. Я сейчас не буду тратить время на как она там появилась. Но дело в другом. Дело в том, что в самом обращении Роскосмоса по поводу этой даты нет ни одного слова про Советский Союз. Ни одного слова «советский». Забыли, наверное. Я считаю, что наша задача на сегодняшний день в том числе и бороться с подобным. То есть мы должны очень четко показать, что мы не просто какие-то отдельно взятые личности, которые чего-то там говорят и что-то просто предлагают. Мы должны показать, что мы некая сила, некий субъект. Мы не за деструктивные митинги, шествия. Кричать «мы здесь власть», не имея на то никаких оснований. Мы хотим показать тех, кто ведет нашу страну не туда. Я очень надеюсь, что все ваши предложения будут обращены не просто за что-то, но и показать в своих предложениях необходимо тех и те программы, которые ведут нашу страну не туда. Ведь, мне кажется, извините, много говорится про образование. Я сейчас не буду, как дилетант, сильно много на эту тему рассуждать. Хотя у нас всех, как я понимаю, воспитание детей и футбол, как известно. Но тем не менее, то, что на сегодняшний день мы следуем американским программам, об этом никто, кроме к этому приближенных, не знает. И мы об этом должны заявить весьма громогласно и потребовать официального ответа о проводимой политике в той или иной важнейшей сфере нашей страны. Я не буду тратить, как говорится, ваше время. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Дмитрий Ильич. Я хотел бы сейчас, дорогие товарищи, анонсировать тему нашего будущего мероприятия, которое произойдет в следующем месяце, и вкратце коснуться той инициативы, которую мы хотим, с которой мы выходим в рамках нашего проекта «Большого 100 лет СССР. Лучший опыт». Наша основная задача – это не допустить разрыва родовой памяти и вовлечь в соборные деяния на благо нашей страны и нашего народа представителей всех поколений, от мала до велика. И мы говорим сейчас о большом мемориальном проекте «История жизни советского человека» или «Летопись советской семьи». Вообще, вот столетие СССР – знаменательная дата для тех, кто вырос здесь. Но самое главное, что нас объединяет – это прививка советского человека. А что это значит? Это значит, что он обречен навсегда жить по совести, остро чувствовать несправедливость, придерживаться традиционных семейных ценностей и моральных принципов, убеждений и целей в жизни, несмотря ни на что, идти в будущее, смотреть на него. Прививка советского человека. Так мы с вами воспитываем. И вот очень важно, чтобы все эти позитивные черты, они становились, передавались из поколения в поколение, и не было бы разрыва между этим. Вот для этого наш проект «100 лет СССР. Лучший опыт» и выходит с большой инициативой, инициирует широкое общественное международное движение в целях создания мемориально-исторического и образовательного проекта «История жизни советского человека». Но сегодня в каждой семье есть 2-3 поколения тех, кто жил, родился в Советском Союзе и был воспитан. И большинство из них есть внуки, есть дети. Ну, о диалоге мы между детьми мы сегодня поговорили. Все равно когда-нибудь мы наладим этот диалог. И представьте себе, что в интернет-пространстве появляется карта Советского Союза, где каждый человек может войти, найти свою страну, теперь уже страну, в которой он живет, найти свой город, найти свою улицу, свой дом, войти в этот дом и начинать наполнять этот дом историей своей семьи, которая там родилась и жила. И постепенно у нас появляется
на наших глазах возникает сообщество людей, родившихся и живших в СССР. И это появляется как-то в памяти нашей. Ну, а уже с этим многообразием, как массой информации, которая появляется. Кстати, очень важно, чтобы эту информацию носили именно дети. То есть своими, ну, теми как бы форматами, которые им близки. Не знаю, вот появляется там 3 года, 4 года, когда там первый раз берет он свой телефон в руки. Ну, подбегает к деду, начинает: дед, давай интервью сниму, вот я из «Комсомольской правды». Ну или что-то такое, либо нарисовать, либо мультики. Но этот, вот этот живой, живую информацию истории своего рода именно молодой человек вносит в это. Вот такая инициатива есть, мы ей посвятим следующее подробное исследование. А сейчас я хотел бы попросить нашего коллегу сказать об одном из инструментов, который будет реализовывать это. Вот этот вопрос, пожалуйста, Виктор Александрович. Пишите очень интересную методику, которую мы будем применять в этом. Всем добрый день. Небольшое предисловие. В силу того, что я как бы, ну, уже везде говорю, что я обременен современным педагогическим образованием, не советским, а современным педагогическим образованием. Обучался я на педагогической новатике, где педагогами-новаторами считают педагогов Макаренко, Мунашвили, ну и тех, кто далеко не на «вы», так скажем. То есть они педагоги-новаторы. Вот, много говорили про связь поколений, и немножко вот просто хочется, ну, и крику души присоединиться, и к тому, ну, расскажу свой небольшой практический опыт все-таки воспитания, потому что по большей части то, о чем я сейчас буду говорить, это касается именно воспитания. Не образования, обращу ваше внимание, а воспитания. То есть образование — это то, чему нас учат конкретно делать что-то, да, то есть это навыки определенные, заканчивались навыком вот эти три треугольника Советского Союза. А воспитание шло в умолчании, то есть, а воспитывается что? Настоящие человеческие качества, да, то есть, ну, умение любить, умение мечтать, умение сочувствовать, сострадать, и там, ну, можно взять, открыть советский словарь и взять оттуда, ну, мы пока вот только обнаружили 99 таких самых подходящих, но на самом деле их там гораздо больше качеств, какого человека Советский Союз выпускал, ну, так скажем, после того, как он проходил среднюю общеобразовательную школу. То есть он обладал не только навыками, да, там, которые на уроках УПК, там, ну, я вот по урокам УПК получил удостоверение, что я слесарь по хранению и ремонту многоосных автомобилей. Ну вот, на минуточку. Да. Потом я получил экономическое образование, ну и самым итогом мое было образование педагогическое. Так вот, общаясь сегодня с молодежью, вообще с подростками, с детьми, со школьниками, вот эта связь, так скажем, давайте так. Кто же пока воспитанием после развала Советского Союза в школах никто не занимался, а кто же занимался воспитанием сегодня всех современных наших детей? Вы можете сказать, ну, ответственно, что вы всеми занимаетесь образованием воспитанием своего подрастающего поколения. Вот я могу вас уверить, что никаким воспитанием вы не занимались, не занимаетесь, но, надеюсь, будете заниматься в будущем уже там с внуками и так далее. Потому что вот та связь, вот смотрите, простой пример. Прихожу я в 8 класс любой средней школы и задаю вопрос школьникам, когда у нас там по теме, по учебному плану тема «История». Я задаю школьникам вопрос. Я говорю: вы знаете такую страну, Советский Союз? 7 или 8 класс, не помню.
Ну, там кто-то из них там как-то говорит, да, что-то слышали где-то когда-то. Я говорю, а кто такой Иосиф Виссарионович Сталин? Вы знаете? Один раз ответ школьника меня просто, ну, реально ввел в ступор. Я не знал, как бы, готов был сквозь землю провалиться. Когда на вопрос, а кто такой был Иосиф Виссарионович Сталин, мне девочка со второй парты, с третьего ряда ответила, а это тот, кто в 6 кадров снимался. Вы знаете такой телеканал СТС, и там есть такая передача 6 кадров, развлекательная, юмористическая, в которой жил человек, который там играл Сталина. И вот в ее голове отразился образ, что Иосиф Виссарионович Сталин — это тот, кто снимался в 6 кадров. То есть связи поколений ее просто нет. Можно об этом как бы позабыть, что вот 7-8 класс, это было годик, может быть, полтора назад, когда это. Ну и это я к чему? Это я к тому, что воспитывают в нас качество не столько слова, нотации, какие-то разговоры и так далее, а образы. Те образы, которые мы видим. Я могу вот сейчас прямо здесь за 5 секунд вам это доказать. Вот давайте все сейчас сожмем руку в кулак. Давайте вот все, кто участвует, давайте все руку, правую ручку сожмем в кулак. Теперь вытянем ее вперед. Смотрите все на меня. И поднимите указательный палец вверх. Да? Вы слышали, да? Какой палец я сказал повернуть? Указательный. Понятно. Так вот, это вам всем подтверждение того, что мы делаем не то, что слышим. Не то, что нам где-то когда-то рассказали, а то, что видим. И если мы будем продолжать видеть вот в том современном контенте, который к нам сегодня там льется через интернет, ну, в образование, как он попал, для меня тоже, ну, как бы, всем известная история, на чьи деньги печатались учебники там и так далее, мы все это все прекрасно понимаем. Да, но еще один маленький, значит, пример из жизни. Значит, вот, ну, я, конечно, тоже учился в советской школе, в 8 классе решал задачку по физике. Машинист разогнал поезд до 100 км в час. Выключил двигатель, поезд катится, и в конце этой задачки нужно посчитать, через какое время поезд остановится. Маленькая оговорка в конце этой задачки. Трением пренебрег. То есть, ну, мы все прекрасно понимаем, да, что если то, чему меня учили до этого, поезд никогда не остановится. А если ввести туда коэффициент трения, то задача становится нерешаемой. Ну и покажите мне за окнами вот этого здания, где есть хотя бы один поезд, который реально едет по рельсам, и там нет трения. Хотя бы, я не говорю о сопротивлении воздуха и всего остального, но хотя бы между рельсами и колесами. Ну хотя бы. Этого нет в реальной жизни. Это были маленькие подступления к тому, чтобы внести в образовательный процесс, вообще в школьный процесс, полный разлад того, что дается в виде материала, с тем, что происходит реально на улице. Вот когда я такую задачку рассказал школьникам, мне школьники вот так махнули рукой и сказали, это еще что? Вот то, что вы рассказали про эту задачку, про за 8 класс, который решал я, они говорят, мы сейчас вам расскажем, какую задачку решали мы. И они начинают рассказывать. Шел мальчик по лесу. Указал зеленый прекрасно, мальчик полез. Увидел на дереве белку. Поднял камень и бросил его в белку. Ну, на этот момент уже как бы все поймут, как бы, зачем, в принципе, это вообще в задачке по физике. Но самое смешное в следующем. Белка поймала этот камень и бросила мальчика обратно. Я даже не стал спрашивать, какой вопрос стоял в задаче, у меня он возник сам с собой. Что курил автор этой задачи, да, если белка ловит камень и возвращает обратно. Вот. Но я выяснил, потом, да, оказывается, там они проходили инерцию, да, и вот сила, с которой он бросил, она поймала, да, то есть считали инерцию. Ну вот, это как бы к вопросу к тому, что образование и воспитание, это вообще очень, к нему поступались очень долго. Очень долго, и все правильно говорят, что с момента смерти Иосифа Виссарионовича. Так вот, но мы сегодня понимаем, что вот эту штуку, вы не заберете ни у одного подрастающего поколения. Не заберете, ну просто, они настолько въели сегодня в нашу жизнь,
что просто отобрать – это не решение. То есть он пойдет в социум, там, да, но многие там семьи нам рассказывают, что вот, мы воспитываем своего ребенка, но он же вот в социум пойдет. Я задаю сразу вопрос, я говорю, а кто ответственный за социум? Не вы ли взрослые, товарищи, мамы, папы, дедушки и бабушки, ответственны за тот социум, куда выходят ваши дети и внуки? И поэтому вот у меня трое сыновей, я готов делать все для того, чтобы тот социум, в который выйдут мои дети и внуки, был соизмерим с теми образами и мечтами, которые в меня заложили в Советском Союзе. Поэтому отрицать, значит, инновационные технологии и методики образования и воспитания сегодня мы не можем, ну, в силу того, что действительно так и есть. Вот. И вот мы подготовили такую, значит, ну, образно, как рисунок, вы видите, да, что это стилистика сзади это Советского Союза, да. И вот мы предлагаем как сохранение, да, вот о том, о чем говорил Максим Юрьевич, да, то есть начать не с той большой, огромной карты, да, которую действительно можно сделать, все технические возможности, все это, мы на этом все, ну, прекрасно понимаем, что имеем. Так вот, история Советского Союза, то есть на самом деле, это будет интересно каждому, кто родился в Советском Союзе, потому что те старые методики просто разговоров и беседов, они не работают, да, ну, работают, но не так эффективно, как бы нам хотелось. Поэтому мы предлагаем в эту преемственность поколений хотя бы от Советского Союза, я не говорю уже о родовых корнях, которые идут еще гораздо глубже, вот, но каким-то образом оставить в головах наших подрастающих, идущих за нами, так скажем, поколений. Вот. И, значит, что дальше? Значит, методика, образовательная методика эта объединяет в себе два ключевых аспекта. Первый аспект – это непосредственная работа с бумагой, то есть это когда ребенок получает бумажный носитель, на котором изображены те сюжеты, которые нам интересны, которые мы хотим донести до его там, сознания, давайте, потом они подсознания. Я покажу, вот у меня есть еще уже здесь более современные вещи, я покажу, как это работает. Ну вот приблизительно в таком виде мы сделали, значит, раскраску про историю освоения космоса, да. То есть это вот такая раскрасочка, выглядит незаурядно, обычное такое как бы бумажное издание, но это непростое издание, я покажу дальше, как оно работает. Вот, то есть объединили именно эффект того, что сюжет, в создании сюжета участвует непосредственно сам ребенок, он его раскрашивает, потому что изначально мы как бы задали контуры, да, вы понимаете, образ уже будет запечатлен, понятно, он его раскрасил, поучаствовал, значит, принял участие в создании, считает уже его своим образом, потому что он наделял его красками, да, и дальнейшее работа, опять же, того же педагога, то есть, когда ребенок берет смартфон, да, ну, понятно, в начальной школе сегодня запрещено в школе заниматься, иметь смартфоны, но когда он получил раскраску, разукрасил там сюжет и пришел домой и взял дедушкин телефон, то он может получить следующий момент. Я сейчас просто покажу, чтобы далеко не заходить. Ну, вот мы видим просто раскраску. Вот, ну, скачивается приложение на телефон, и сегодня мы можем, вот, ну там, я навожу, и появляется космонавт. Вот, смотрите, вот он появился, космонавт, который там и так далее. Ну вот дальше. После космонавта появляются вот эти планеты. Короче, картинки оживают и начинается. Да, картинки оживают, и они начинают рассказывать историю, рассказывать можно любой предмет, математику, физику, что угодно, донести уже. Опять же, связывая с реальной жизнью. Там можно реальными яблочками учить считать, реальными, то есть, ну, понятно, что они будут реальными, но они будут отождествлены с реальной жизнью. Потому что, ну, я говорю еще раз, того, чего нет в этой жизни, этому учить бесполезно. Вот, объединение этих, значит, технологий и создание вот такой качественной, там, да, сюжетной линии про Советский Союз, чтобы мы хотели донести до подрастающего поколения, до детей, там, внуков там, и правнуков, у кого имеется, да, это вот нам позволит на сегодняшний день
просто хотя бы до чьих рук такая раскраска дойдет, вновь вспомнить о той большой советской семье, в которой мы жили. Вот. Почему семья в Советском Союзе была одной из главной ячейкой общества, но нам не нужно никому в этом пояснять. Понятно, это был источник того самого народа, который появлялся, и молодежи, которым мы, по сути, являемся. То есть дальше мы туда можем заложить вот те же определенные, я уже на одном, тут вот люди присутствовали, некоторые на одном из моих там выступлений, когда я говорю, что связь с поколением можно проверить простым способом. Можно начать говорить вот эти наши короткие речевочки, которые в советское время были в школе, и попросить присутствующих продолжить ее. Вот, к примеру, один за всех. Все за одного. В жизни всегда есть место. Абсолютно нет. Дети отвечают отдыху, я вам на секундочку сообщу. Вот. А только вперед, через трудности, к победе. Абсолютно верно. То есть вот эти вот вот эти маленькие, они, казалось бы, в нашей жизни были незаметными, но это серьезная идеологическая проработка была с самого начала. И вот заложить в эту раскраску мы тоже. Ну и вот итогом, конечно, да, это должна стать серьезная работа над вот этой картой. Кстати, вот раз уж карта Советского Союза на экране, вот тут говорили, что Россия часть Европы. Вы посмотрите на карту, пожалуйста, европейцам всем там сообщите, чтобы они сравнили свою Европу с Россией и спросить у них простой вопрос. То есть они пиджак пришивают к пуговице или пуговицу к пиджаку? Вот вопрос как бы он простой и актуальный, то есть что карта нам говорит об обратном, кто чья часть. Вот. Ну и понятно, что вот здесь в качестве стилистики мы использовали конкретный там советский стиль, да? Екатерина Бауман. Вот, а мы смотрим, но опять же, да, это стилистика, она должна стать приемлемой, осовремененной, и чтобы ребенок понимал, что это его родное. Ну, а не из чьих рук, как и из рук там бабушек и дедушек, можно получить такие интересные вещи. Вот, поэтому доклад закончил. Спасибо, Александр, вот такое мы готовим, такую инициативу. И наше уже, как бы, мы подходим к завершению. Два слова должен сказать молодой наш представитель, да, Даниил. А вот, нет, по регламенту записано, не просто 4 часа, надо будет честно уходить. По регламенту 4 часа, не переживай. Да. Просто очень легко говорить о молодежи, когда ее нет в зале. Мне кажется, это немножко неправильно, это очень удобно, но не совсем правильно, потому что вам никто ничего не может сказать. Потом мы все разойдемся, и каждый останется при своей точке зрения. Мне кажется, что это абсолютно не демократично, и уж никак в советское время такого быть не могло. Всегда какие-то были общественные молодежные организации и так далее. Но вам, может, не повезло. Я руководитель Всероссийского молодежного движения. Вот, поэтому я, вот, собственно говоря, я студент ГИК, учусь я на режиссера Владимира Косиняка. Значит, вот мое выступление будет кратко. Значит, смотрите, первое, ну, вот, насколько я знаю, да, планируется отметить 100 лет СССР. Значит, планируется это все отметить как праздник, ну, в каком-то смысле, да, то есть мероприятия различные. Я хочу поддержать всех, кто говорил о будущем, потому что мне кажется, что вот как-то, ну, вот надо использовать все-таки знания из прошлого, но как-то вот на практике, как вот, ну, да, как вот просто конкретных инструментов в будущем, чтобы мы могли это реально применять. Ну, например, работа с пионерскими организациями, комсомол. Сегодня такой работы с молодежью никто не видел. Вот сегодня этим занимается наше движение, но как таковой работы, ну, как бы, да, там никто и не проводит. По поводу вот, отношения, ну, вот, да, вообще, в принципе, к Союзу, я хотел сказать. Смотрите, вот на мой взгляд, прежде чем доносить молодежи что-то про Советский Союз, да, нужно решить главную проблему. За вот эти, ну вот сколько, наверное, да, как, там 20 лет сформирована у молодежи такая позиция в голове, да, что молодежь, ну, то есть, да, как, ну, то есть как, ну, да, как свое отношение к СССР, что это вот, что это как бы, ну, вот некая такая субстанция, которая была, да, когда-то, но мы о ней знаем только плохое. И вот такая позиция, она у молодежи есть в голове. То есть молодежь, в принципе, ну вот этот период жизни, она его отрицает, как инструменты его, как плановую экономику, так и все остальное.
это такая, ну, как бы, жуткая правда, которая есть. И как бы, когда вот мы все вместе говорим про СССР, мы должны об этом помнить, что молодежь не воспринимает. Я вот общаюсь, у нас 10 тысяч человек во всей стране молодежь. Я просто знаю, что это так. Понимаете, общаться надо просто с ребятами и как-то, ну, как вот, более точечно с ними работать. Вот, значит, ну, вот, в принципе, да, вот, ну, вот, ну, да, вот, на, да, ну, да, значит, как, например, сегодня вот проходит митинг Навального, да, например, в Москве. Ну, ни для кого, наверное, это и не секрет, да. Мы Навального не поддерживаем, но вот в то же время у нас никто не проводит такую работу с молодежью. То есть никто нигде ничего в медиапространстве не объясняет лучше, чем Навальный. Ну, видимо, это так, если это как единственный лидер, который у нас есть. Вот, поэтому мне кажется, что надо вот сначала подумать об этом, о том, что должен быть какой-то лидер, который может об этом говорить. Понимаете, как, ну, с другой точки зрения. А потом уже как-то говорить, что молодежь там... Ну, они там потребители, вот это все такое. Но вот, в принципе-то, мы живем в таком мире, да, мы все потребители, и вы тоже. Так и должно быть, да, только вопрос в том, что, как бы, вот какое будущее хочет построить молодежь. Вот, значит, вот, по поводу молодежи, что молодежь разделена на разные группы. Это, как бы, ну, как вот, не единая какая-то вот вся система, да, что все молодежь. Там есть молодежь, которая, ну, да, там, творческая, есть молодежь, которая занимается, там, конкретным бизнес-проектами. Да, молодежь, это у нас до 35 лет. Вот. И мне кажется, что как раз вот сейчас надо создать такой институт, да, который будет работать с молодежью более конкретно. Как когда-то был вот там Самол, Пионерия. Вот. И самое важное, наверное, что вот молодежь, она, ну, как, да, вот, вот тут, да, вот, ну, вот тут, например, вот сегодня была сказана такая фраза: мы здесь власть. Да? Ну, вот молодежь такой кричит. Да, кричит, но мне кажется, что эту фразу просто надо заменить, что я хозяин своей жизни, да, ну, как бы, да, как, ну, вот не мы здесь власть, да, потому что это ведь не просто кто-то им навязал, это определенное психологическое чувство. Молодежь хочет быть услышанной. Это правильно, молодежь должна быть услышанной. Разве это не так? Вот. Но просто в молодом возрасте это мне кажется, очень важно. Да. Вот, еще один важный момент. Я сейчас завершу. Значит, смотрите, вот как мы прошли, каждый из нас сюда пришел с каким-то своим проектом, представляет какую-то свою, ну, просто, ну, какую, да, там, свое там, объединение или там организацию, да. Вот мне кажется, что важно, чтобы мы ушли отсюда каким-то единым фронтом, а не каждый со своим, ну, когда, как бы, со своим проектом. Потому что если мы уйдем так, то никакого единства не будет, пока его нет внутри нас, понимаете? А я его, как молодой человек, здесь, например, не ощущаю. Оно как бы есть, ну, внешне, но по факту его нет. Каждый отсюда уйдет с каким-то, со своим там проектом, но я надеюсь, что это не так. Вот, и последнее, я бы хотел, ну, так как я кинематографист, я хотел бы завершить фразу из фильма «12» Никиты Михалкова, что вот мы сегодня здесь все встретились, собрались, вот, поговорили, и опять, наверное, все вместе разойдемся, ничего так и не произойдет. Но я надеюсь, что это не так. Спасибо. Но мы тоже надеемся, что это не так. Я хочу предоставить слово Степану Андреевичу. Да. Коллеги, я привык стоя, поэтому микрофон запишет. Я являюсь коллегой. Владимир Александрович, мы представляем Русское космическое общество, я член первого отряда, основатель его. И я очень внимательно слушал предыдущее выступление. Это космический общество. Поддержка космоса. Хотел бы сначала прокомментировать то, что я услышал до этого. Прежде всего, я сам, можно сказать, представитель почти молодежи, всего 36. Вот, и мы с Виктором Александровичем, значит, заверяем ответ, что рожать и идти делать, пока умеем. Все нормально. У меня двое сыновей. И более того, являюсь руководителем проекта «Наша армия» военного клуба «Авангард». Я воспитал целое поколение, вот знак «Брат» выпускников моих. Да? Из них многие с семьями, с детьми, так что там тоже способностью. И мне повезло, конечно, я не самый 5%, все пришли ко мне. 95, там вот, говорили, что все плохо. Все не так уж плохо, ребят. Все будет хорошо. Это первое. Дальше. На тему «Людей в России», понимаешь, что такой социальный лифт. Вы рассказывали, как человек пришел в депо, значит, ну, железнодорожное, и ему сказали, как подняться наверх, как стать директором. Вот если говорить про лидера России, то это выглядело примерно так. Ты к нам в депо приходи, работай хорошо, и, может быть, ты станешь директором. Но как это определиться, не надо просто комментариев. Вот, мы тебе не скажем. Мы не скажем тебе. Вот, и, может быть, тебе нужно было правильно одеваться, а, может быть, хорошо петь. Ты не знаешь, почему тебя выбрали, да? И вот это лидер России. То есть, не важно, что ты делаешь. Критерии абсолютно непрозрачны. Это тайна. Вот. Но ты работай хорошо, и, может, тебе повезет. Это про «Лидер России». Дальше.
мы часто говорим, вот, есть проблема, что было сделано не так, что нужно решить. Но, прошу прощения, все давно написано в одном очень кратком документе. Он называется «План Алана Далласа». Там все уже указано. Зачем повторяться? Все там уже есть, просто ссылайте сразу на первоисточник. То есть, и это происходит. Мне кажется, нет смысла в очередной раз говорить о том, что происходит. Это понятно. Они это хотели, они это делают. Надо говорить о том, что мы можем делать. Нужен свой контрплан. Мы должны делать. Вот. Ну да, понятно, должны. Что мы предлагаем конкретно у Кахова Александровича? Да? Пожалуйста, большой, маленький, но конкретно он это делает. И когда мы говорим, что бытие определяет сознание, я согласен с коллегами, с молодым нашим товарищем, что если мы ничего не делаем, то, конечно же, бытие определяет сознание. Если мы не даем другой, более высокой ценности, более высоких идей, то, конечно, да, буду смотреть на яхт. И действительно другого не предлагаю. И можно долго говорить, ну вот государство наше это не делает. Не делает. Но от того, что мы выйдем отсюда и будем об этом просто жаловаться, оно и не начнет делать. Вот я очень внимательно слушаю. Значит, поэтому давайте говорить о том, что мы можем делать вместе, конкретно, как вот здесь. Это же полностью в струе вашего проекта. И то же самое наш идет космическое общество. Когда мы перейду конкретно, что мы делаем. То есть мы что-то предлагаем, мы на это влияем. Пусть на 100 человек, на 1000. Но Ленин — это один человек. Циолковский — это один человек. И тот, кто повлиял на него, определил историю всего мира. И немножечко дальше по поводу «мы здесь власти». Я, может быть, кого-то здесь немножечко обижу, но цели такой нет, поверьте. А ведь самый главный урок Советского Союза, если уже было это замечено, Игорь Алексеевич сказал, это урок его распада. И если сейчас молодые ребята выходят на улицу и говорят, мы здесь власть, это хорошо. Они проявляют свою позицию, какая бы она ни была, можем об этом судить. А когда распался Советский Союз, кто вышел на улицу? В 93-м году, когда стреляли в Белый дом против танков, кто вышел на улицу? Да, были те люди, их кладбище за Белым домом стоит, на Красной Пресне. Были герои, святые мученики, которые вышли против танков, мать его, да? Но где были все остальные? И мы в том числе. Я, конечно, еще маловато был, но многие не были маловато. Я не с целью обвинить, а с целью понять, что когда мы говорим, что мы потеряли, да, это мы потеряли. Это не потому, что мы тогда не вышли и не сказали, что мы здесь власть. А власть сказала, что как? Поделиться, и все. Поэтому это очень важный пример. И когда мы говорим, что Советский Союз был прекрасен, почему же тогда эта прекрасная система распалась? И тут мы должны понять две вещи. Первое. Советский Союз не одинаков. Он один в начале, в 17-м, 18-м, другой при Сталине, третий при Хрущеве. Их к моменту своего распада это совсем другой Советский Союз. И если говорить словами наших классиков, того же Макаренко, он уже Макаренко в 50-х годах начал понимать, куда все идет. Когда его после того, как сняли с его колонии, где он воспитывал преступников, и делал людей, которые стали кем? Оборонные предприятия. Суд. Была колония, а когда Макаренко уходил, стало госсекретное предприятие. Делали там фототехнику фактическую. Так вот, что он говорит? Что его опыт не перенимают уже тогда. Что главным стал вопрос жратвы. На как накормлен ребенок, а не что он делает, и как он трудится. В 30-х годах уже было понятно. И потихонечку это все идет к 80-м годам. Вот этот урок мы должны понять. Кратко сформулирую суть. Воспитание и вообще развитие – это постоянный контролируемый кризис. Контролируемый, но кризис. Если наши дети не преодолевают испытания более высокого порядка, чем мы, происходит деградация. Это просто 2×2 – 4. Если мы прыгали на 5 метров, а ребенок на 4,5 – это конец. Мы идем к вымиранию. У нас система полностью против этого противостоит. Ему дело не жалуется. Окей, она пусть делает то, что может, что мы можем. И вот как в Русском космическом обществе, уважаемые коллеги, представьте себе, что я во время вашего выступления сидел бы разговаривал с соседом. Вам было бы приятно? Думаю, что нет, правильно? Давайте начнем друг друга тебя уважать. Был же призыв, правильно? Давайте объединяться. Давайте друг друга уважать. Так вот, в Русском космическом обществе мы предлагаем конкретные проекты. У нас есть сборы КГБ, вот у меня тема называется НКВД, на сверхкосмический вектор движения. Классная традиция, должна быть, да? Кричал, да, аббревиатура. КГБ космонавтом готов быть. И лагерь космодесант, и там ребята реально проходят испытания, которые делают их равными. И когда равным кому? Космонавтам. И в конце приезжает Лазуткин, или Токарев, действующий космонавт, и он разговаривает с детьми, как с равными, они его товарищи, они сделали то, что раньше никогда не делали, как он. Да, вот нечто невиданное, для них это такой же подвиг. И они с ним разговаривают, сидят вместе, и вот так вот за столом, как труд, да, за своем. Да, они понимают, они космонавты по-своему. Они прошли выживание там, научились чему-то новому, построили лагерь, для них новый мир. Мы много там добавляем, и исследования, они приходят, программа называется «Великая космическая одиссея». Они смотрят на Землю, как чужую планету, вот они выставились, и они все в новинку. Ведь они просто, это деревья, это вода, это небо, ну все понятно. Подожди, как на самом деле это работает? Ты же ничего не знаешь. Это просто бытовые такие понятия, которые ты не раскрываешь. И они начинают так, ну-ка представили, что это новое небо, новое, но и начинают описывать. У них таблицы наблюдения, они становятся учеными. Да я успею, я вот, еще 5 минут даже. Вот, они становятся учеными, и они возвращаются в Москву, делают доклад ученому совету, и они, черт возьми, знаете, открывают, я вот слушаю про комаров, там такую память открыли вообще, я не знал, что называется, да? Как они там людей находят, запах там распространяет, во, просто вау. Дети, которым 12-13 лет, вот это побуждает что? О чем говорит? Субъектность. Они становятся учеными, их мнение кому-то важно. И тогда они вот, да, я могу, я это сделал. Со мной космонавт за руку здоровался, а с тобой, да? Вот его гордость, он это заслужил, и он знает как.
вопрос испытания, закалки. Вот наши проекты направлены как на творческое развитие, так же у нас литература, космоплан. Это книжка, где написано, что ты хочешь. Цель твоя, задача. На 10-15 лет вперед. Для ребенка. Вот у нас государство так не планирует, пусть ребенок планирует. И вот эти маленькие методики, клятва момента, пожалуйста. Ребята, слушают про героев, я к ним приезжаю, рассказывают, о, герои, молодцы. Союз вели, а что тебе борьбы сделаешь? И он говорит, давайте делать клятва момента. Почему момента? 2 недели или месяц. Я обещаю, через 2 недели сделать тот. Потянулся 2 раза. Не мог. Вот то, что не мог сделать. Не сделал. И это реально меняет реальность. Не понимаешь, что я вот обещаю? И моя воля меняет реальность. Вот этим маленьким, не абсурд, я буду верен родине, хорошо учиться. Бла-бла-бла. Общая слава, да? А очень конкретно. 2 недели или месяц. Убраться дома. Исправить оценки. И у них становится как практика. У нас реальность видео не снимают, а вот мы выполнили. И докладывают на общий план. Вот эти маленькие проекты мы готовы рассказать, предложить, приехать. Я по всей стране езжу. Вот мы приезжаем в какую-то Сталинградскую область, в деревню, создается гагаринский отряд. Люди просто услышали новое слово. Я к ним приехал, с ним поговорил. Они говорят, о, хопа, а мог, уже можно, да? И делаю. Понимаете, сами начинают снимать про героев фильма, там что-то делают. Да, просто потому что вот как раз не бытие, а сознание не приехало. Завершаем. Мы предлагаем наши проекты. Сбор КГБ, лагерь космодесант, подобные вот рассказки, то, что делает Виктор Александрович. Значит, у нас есть фанатическая литература, которая новые мечты пробуждает. Да, надо писать, надо рассказывать. Книга наша «История героев», «Клятва момента», другие методики. Вот все это есть на сайте, мы готовы делиться, приезжать, сотрудничать. И то, что вы говорите, мы делаем по факту. Гагаринский отряд, знаете, сколько станет сейчас? Больше 40. А вы ничего не слышали. Это сотни людей. Это целый регион Кемеровский. Да? Мы не говорим, что это великое дело. Это очень маленький шаг. Но, как говорится, маленький шаг для одного человека, большой шаг для всего человечества. Вот. Поэтому мы приглашаем к конкретному сотрудничеству. Наши контакты есть, найти меня нетрудно. Виктор Александрович, великий человек, семья, отечество, вот, тоже все передаст. И вот эти лагеря сейчас, сборы сейчас, в мае, в августе, далее, мы это сейчас делаем. И отряды сейчас формируются. То есть это не какая-то перспектива отдаленная. И это полностью находится в строе вашего проекта. Мы не станем с вами одним целым, но можем быть рядом. Чтобы Советский Союз, говорит, как Ленин, жил, жив и будет жить. Спасибо большое. Отделение в действии. Вообще интересно, как в театре у нас получается. Второе отделение становится интереснее, чем первое. Но мы все завершаем, дорогие товарищи. У нас есть у каждого роздана в материале анкета. Буквально 2 минуты, да, Дмитрий, прокомментируйте это наше предложение ко всем присутствующим. Прошу прощения, что кидаю, просто 4 часа, подаем вам прям кусок. Спасибо. Дмитрий Крутов, деловой клуб «Профессионалы». Я вот перейду как раз к ответке. Я думаю, что тут можно ему посвятить не 2 минуты. С ценными вещами, проектами очень интересными, это тоже очень всем ясно. Но давайте в целом посмотрим на нашу вот цель, для чего мы это все делаем. Ну, наверное, не для того, чтобы поговорить 50 человек между собой и на этом счастливо разойтись. Наверное, все-таки мы хотим донести до широкой общественности те идеи, которые складываются из каждого отдельного конкретного там проекта. Ну, то есть выйти к широкой общественности. Значит, какие тут пути? Тут ничего, открытия никакого нет. Нужно делать людям пользу через конкретный, интересный материал. Потому что материал, сейчас люди смотрят как? Там, в том же интернете там, или в любом другом материале. 5 секунд, либо они задерживают свое внимание, остаются, либо спасибо, до свидания. Значит, нужно делать материал и нужно его распространять. Для каждого из этих вещей есть, ну, вполне определенные методики, и в целом по проекту мы готовы поддержать. Ну и в чем наш подход, как бы, вот, и предложение, и в чем конкретика? В том, что мы хотим всех наших участников, которые участвуют сегодня, выступали своими содержательными вещами, привлечь к конкретной работе через продвижение и донесение их идей, ну, наших идей, каждого конкретного человека к широкой общественности. Я вам скажу, вот конкретно, вот поднимали правильный вопрос, тема СССР. Значит, к кому мы обращаемся? К широкой общественности. Вот заделали люди, был вопрос там,
старше 50 и так далее. Да, вот мы сидим все с интересом, слушаем, все хорошо. А вы пробовали обратиться с такой идеей, что вот я участвую в проекте 100 лет своим детям, которым 40 лет. Попробуйте, попробуйте. И я хотел бы услышать, что они вам ответят. А знаете почему? 40 лет, это значит, они родились в 80-м году. СССР распался в 90-м году, им было 10 лет. Они не жили в Советском Союзе, они не знают, что это такое, и в чем тут прелесть и так далее. Вы говорите о молодежи, которой до 35 лет. Вот у нас вот молодое поколение, видите, не выдержало нагрузки всего этого дела. Вышел здесь, да, устами, мысленно, как бы, и мы с ним тоже. Вот. Значит, зайдите в интернет, посмотрите, что там молодежь наша излагает и так далее. И нам надо к ним продавить дорожку там определенную. А каким образом можно сделать? Я вам скажу, каким образом. Каждый участник проекта должен конкретно рассказать о себе и о своем проекте в рамках вот общего проекта. Почему это важно? Я вам объясню. Я представляю бизнес-клуб, это объединение предпринимателей, бизнесменов. Мы занимаемся конкретным делом. Вы знаете сейчас, что главное в продажах или вот донесите своей информации доверие, чтобы вы знали. Это ученые говорят, исследователи. А вы знаете, кому сейчас доверяют? Ну как вы думаете, кому сейчас доверяют? Считают, что, ну раньше считал, что СМИ. Вот опубликовал себя в журнале, ну все, я пошел в политику и так далее. Здрасте, я, значит, ваш кумир. Спасибо. Значит, думают, что блогеры, вот у них там миллион подписчиков, если мы у них там на сайте опубликуем, и будет до широкой публики донесено. Так вот, исследования показывают, что доверие наибольшее потребители испытывают к создателю идеи, продукта или бренда. Понятно я говорю? Да. То есть тот, кто именно эту идею предложил, вот сейчас был в гостином дворе, значит, большой, значит, фестиваль художников. Там они представляют картины, представляют там какие-то наряды, ткани. Там стоят лично авторы, показывают, рассказывают, и около них стоят люди. Они смотрят, можно этому человеку верить или нет. Они хотят ему в глаза посмотреть. Если доверие будет, это будет воспринято. Поэтому мы предлагаем воспользоваться вот конкретными вещами. Значит, и о чем конкретика? Вот у каждого есть анкета. Вот найдите ее в своей бумажке, возьмите ее в руки. Я вам коротко просто поясню, о чем идет речь, кстати, на все. Мы хотим собрать информацию о каждом участнике, название инициативы каждого вот участника, его авторе и готовности. Готовы вы сейчас начать? Или вам надо подумать? Или вам надо подумать об этапах? Пометьте свои ручки там, оставьте организаторам, оргкомитетам. Оргкомитету свои мысли. Мы с ними начнем работать. Значит, тут есть те средства, которые мы можем использовать. Интервью. У нас есть, вот мы с Максимом Юрьевичем там, проводили интервью на Народном радио, там их там миллион там было, так сказать, там все, нет Народного радио. У нас есть свой телеканал, который в интернете мы ведем. Вы можете в прямом эфире, можете в архиве разместить интервью свое. Пожалуйста, вам интересно интервью, в интернете разместить. Контакты со СМИ, вы хотите статью о себе напечатать, о своем проекте, статью. У нас есть контакты с рядом СМИ, главными редакторами. Мы это сделаем для вас. Вам нужна печатная продукция, буклеты, люди хотят печатать, раздавать там где-то по школам, там по ветеранам и так далее. Пожалуйста, мы можем помочь это напечатать. Мероприятие. Вот молодой человек говорил о том, что вот мероприятие должно быть, на нем должна быть молодежь, там должны быть там ветераны, должны быть опытные люди, так сказать, и на мероприятии люди потребляют эту информацию, а вы выступаете. Вот у нас в клубе вчера было мероприятие вот в культурном центре Лихачев. Там оно было посвящено культуре. Мы вот с оргкомитетом были недавно на встрече с Мироновым. Так сказать, вот, так он собирал как бы публику в Думе и говорил о том, что нам надо заниматься культурой, там выступали депутаты, там Дробека там, и так далее, там народные артисты выступали, говорят, русская культура там в загоне. Думают, о чем? Как возродить Дом-2? Это что, возрождение русской культуры?
Значит, об этом надо говорить. Значит, уважаемые господа, значит, заполните эту анкету, сделайте конкретный шаг и оставьте оргкомитету. И второй шаг, возьмите мои контакты, ну, визитки мои, там у них есть WhatsApp, там напишите мне, мы с вами свяжемся и обсудим. То есть это взаимодействие, которое поможет проекту, но поможет и вам, потому что ваше дело тоже будет поддержано авторитетом проекта. Правильно, Владимир? Спасибо, Дмитрий Васильевич.